как я вам покажу, одну компанию, с которой я уже почти 2 года работаю, сотрудничаю, которая помогла уже почти 400 тысяч человек заработать более чем 75 миллионов долларов. И как вы можете партнеры с этой компанией и с ее партнерами зарабатывать каждый день пассивный источник дохода? И как вы можете даже получить от компании сегодня бесплатный подарок, который может платить вам очень-очень много тысяч долларов. Перед этим всем я хочу буквально пару минут сказать, что же такое криптовалюта, где, чем мы занимаемся, да, почему эта технология она настолько важна для мира. Окей? Есть такой сайт CoinMarketCap, он отображает разные проекты в криптовалютном мире. Это биткоин, эфир, такие самые долгие проекты в этом рынке. Сегодня есть десятки тысяч разных проектов, разных направлений. Глобальный рынок составляет 2,42 триллиона долларов. И то, что мы наблюдаем сейчас, это инновации. Многие инновационные технологии, блокчейн-технологии, мир гейминга, который переводит криптовалюту, метавселенная, которая сейчас все больше и больше пользуется людей. И у людей есть осознание, что за этим стоит будущее. Вначале был только биткоин. Это было в 2009 году. Потом появились другие блокчейн-технологии. Каждая блокчейн-технология – это как бы свой мирок, где строятся свои аппликации, свои приложения. Сегодня, когда приходит какой-то стартап или какой-то бизнес открывается, они выбирают, на какой сети им строить. На эфире, на Binance Smart Chain, на Solana, а может быть на сразу на нескольких. Вот. И есть большая конкуренция в этом направлении и разные самые направления в криптовалютном мире. Вот. Но одна из таких базовых пониманий, как люди зарабатывают в этом мире, это когда они узнают о проектах и инвестируют в какие-то проекты монетные, блокчейн-технологии на начальных этапах, когда еще нету сотен миллионов людей, которые знают о нем. Возьмем даже пример биткоин или эфир. Когда-то можно было купить биткоин за полдоллара и эфир тоже за полдоллара. Сегодня биткоин 64,5 тысяч долларов. Понимаете, что те люди, которые покупали биткоин тогда и смогли продержать его сквозь время, когда тогда мало кто знал о биткоине, сегодня уже самые крупные компании инвестируют в биткоин, то это просто самый лучший в истории актив когда-либо, который был изобретен человечеством, да. Вот. Но чтобы реализовать такие вот большие иксы, такие вот большие профиты, то нужно понимать и осознавать проекты, которые находятся в начале пути, вот, и иметь терпение, иметь хотя бы 5 лет или даже больше терпения для того, чтобы реализовать очень-очень пассивные, хотя бы 3-5 лет подъемы в цен, когда экосистема растет, развивается на миллионы, десятки миллионов, а то и на сотни миллионов пользователей. Вот. И есть разные категории, есть разные направления в криптовалютном мире. Одна из них – это блокчейн-технологии, на которых строятся разные аппликации. Это можно сравнить, например, вот есть разные страны мира, в каждой стране есть свои города, и в каждом городе есть свои здания, свои бизнесы, да? Но в целом вся страна, она имеет определенную валюту. То же самое в блокчейне. В блокчейне есть своя валюта блокчейна, где все транзакции, операции, бизнесы происходят с помощью этой монеты. И разные бизнесы, они, города, они все строятся на экосистеме вот этого вот блокчейна. Сегодня есть 240 разных блокчейн технологий. Вот некоторые более популярные, некоторые менее популярные. Мы сегодня поговорим об одной блокчейн-технологии, которая имеет очень хорошую технологию и находится в самом начале пути. Еще нет миллиона даже пользователей. То есть мы находимся в самом начале пути, как можно на этом заработать. И также поговорим о нескольких компаниях, которые имеют уникальную модель благодаря новым блокчейн-технологиям. Имеет уникальную модель давать вам долю от прибыли этих компаний. Как это все работает, мы поговорим сегодня. И еще одно, я уже говорил об этом, что именно эти дни, именно этот год, 2024 и 2025, это
те года, которые войдут в историю как года бычьего рынка, то есть когда цены поднимаются, цены растут, и сегодня такая вот, вы поймете сейчас, почему это происходит, и сегодня есть замечательная возможность зарабатывать именно в этот год и следующий год, чтобы максимально заработать. Итак, давайте поговорим о компании Mavic Global. Как здесь люди зарабатывают деньги, как вы можете зарабатывать деньги, которые могут изменить вашу жизнь, помогая другим людям, давая им возможности зарабатывать больше в этом уникальном мире Web3 технологий. Значит, этот вебинар несет исключительно информационный характер, это не финансовый совет, это не инвестиционный совет. Криптоактивы, рынки NFT всегда связаны с высокими рисками, поэтому каждый должен принимать свои собственные решения, основываясь на той информации, которую вы получаете сегодня. А почему больше людей не богатеет? Почему больше людей не становятся финансово свободными? Что держит людей в бедности? Есть на это несколько причин. Первое, они не понимают, что такое деньги, что это означает, как выиграть эту денежную игру. Что такое быть финансово свободным вообще? Что такое, когда деньги работают на вас, и вы зарабатываете разные источники пассивного дохода, которые оплачивают полностью все ваши счета? Люди не знают, как этого достичь и не ставят даже такой цели, потому что не понимают этого. Вторая причина, они работают на кого-то другого, они работают на работе, да? Это то, чему нас учили в школе, это то, чему нас учили родители, большинство людей, что так нужно поступать, идти в школу, заканчивать диплом, идти куда-то работать. Вот такая вот модель общества. Дело в том, что когда вы меняете ваше время на деньги, на зарплату, то это самый неэффективный способ заработка, да? Потому что когда вы куда-то идете на путешествие или болеете и так далее, вы просто не зарабатываете деньги. Во-вторых, есть потолок, есть всегда потолок, сколько можно заработать, какая зарплата идет, да? Если вы, конечно, не работаете на зарплату в Apple, как Тим Кук, и такие компании, у них большие зарплаты. Но когда я говорю о 99,9% населения, у них самые обычные зарплаты. Вот. Ну и какие же другие более эффективные источники заработка доходов? Это доход с рычагом. Что такое доход с рычагом? Это когда вы используете ресурсы вокруг вас, используете технологии вокруг вас для вашего бизнеса. И когда вы используете время, деньги других людей и ресурсы других людей. Все это дает вам возможность зарабатывать доход с рычагом. Также есть такое понятие резидуальный доход, residual income на английском языке. Что это означает? Когда вы делаете работу один раз, и оно приносит вам дивиденды снова и снова и снова и снова. Точно как какой-то популярный артист, как Майкл Джексон и так далее, который записывает трек музыкальный, и когда этот трек музыкальный, он по всем радио и так далее вещает, то этот артист зарабатывает деньги. И есть также пассивный доход. Пассивный доход – это когда ваши деньги работают на вас и приносят вам еще больше денег. Как говорил Уоррен Баффет, если вы не научитесь зарабатывать пассивный доход, то вы будете работать до конца своей жизни, и вам нужно научиться зарабатывать деньги, пока вы спите. Ну и третья причина, они научились помогать другим людям добиваться успеха. Ведь успех заключается в чем? Это заключается успех в том, что благодаря вам вы помогаете большому количеству людей решать свои жизненные проблемы, вопросы и добиваться успеха. Чем больше вы поможете другим людям добиться успеха, тем больше вас ожидает успех. Давайте поговорим, откуда и куда идут деньги и откуда они приходят. История начиналась с золота, потом наличные, которые представляли собой золото, которое в банке лежит. Но в 1970 году связь между наличными деньгами и золотом полностью расторглась. И после этого времени печатаются деньги просто потому, что мы верим в то, что наличные имеют какую-то ценность, да? Но дело в том, что наличные, они неэффективный способ обмена и делать бизнес. Они могут сгореть, их можно, как говорится, конфисковать за фальшивые деньги, напечатать и так далее.
Вот, и нельзя вот эти вот наличные просто легко переслать с одной точки в другую точку, да? Это некоторый процесс. Вот, поэтому наличные деньги, скорее всего, в ближайшем времени, там, 10-15 лет уже не будут просто в существовании. Будут дигитальные деньги. И карты, и мобильные онлайн-платежи — это своего рода такие вот дигитальные деньги, потому что они привязаны к какому-то банковскому счету, как правило. И этот банковский счет имеет дигитальные деньги. На экране есть нолики и единички, да? Это дигитальные деньги. Но дело в том, что карты и мобильные онлайн-платежи, они тоже своего рода не совсем подходят для нового поколения человечества. Да? Почему? Потому что эти валюты, они локальные, тут нет никакой приватности, каждый наш шаг отслеживается. Медленно и дорого стоят транзакции, если взять перевод с Европы, например, в Азию, это занимает пару дней. И не совсем эффективно. Дело в том, что криптовалюты, они решают множество проблем и делают бизнес гораздо легче по всему миру. Почему? Почему криптовалюта станет следующей глобальной валютой? Потому что она действительно глобальная. Одна валюта для 180 плюс стран. Полная приватность, то есть нельзя отследить каждый ваш шаг. То есть вы открываете свой криптокошелек, это децентрализованный кошелек, и вы полностью в контроле за своими финансами. И это все, все транзакции, они дешевле и быстрее. Это только одни из, когда я говорю дешевле и быстрее, это пару секунд, можно перевести любую сумму от маленькой до большой, и это все будет стоить копейки, меньше, чем цент. И это только несколько причин. Есть гораздо большее количество причин, почему люди пользуются криптовалютами. Да? Без того, чтобы вот печатаются деньги без никакого ограничения, приводят к инфляции, приводят к дорожанию цен. В криптовалюте есть ограниченное количество монет, которое имеет существование. В биткоине 21 миллион монет. Все, больше никогда не будет. Да? И поэтому это имеет такую большую ценность. Крупнейшие компании, они приходят в криптовалюту. Например, BlackRock. Более чем 9 триллионов долларов под управлением BlackRock. Она является крупным акционером Amazon, Microsoft, CNN, Uber, Tesla, Netflix, Facebook и другие. Это самая мощная компания в мире. Она присоединилась к криптовалюте. Она позволяет своим клиентам, своим инвесторам легко инвестировать в биткоин. Очень легко. Сегодня мы видим сотни миллионов долларов в BlackRock, в этот продукт ETF, биткоин ETF, заходит каждый день. Таких сейчас 9 ETF-ов. И со временем мы увидим просто огромный наплыв миллиардов. Каждый день сегодня почти миллиард уже, иногда больше миллиарда, которые заходят только через этот продукт. Но весь мир еще не очнулся, весь мир еще не осознал, что такое криптовалюта и сила криптовалюты. Здесь есть огромная возможность. Вопрос: готовы ли вы зарабатывать деньги в криптовалютном мире? Да, напишите, пожалуйста, в чате, кто бы хотел научиться зарабатывать деньги в криптовалютном мире и все покупать на криптовалюту. То есть все, что вы хотели: путешествия, квартиры, одежду, все что угодно, ходить в супермаркет, все, что вы сегодня и так делаете и приобретаете на фиатные деньги, вы можете это все делать на криптовалютные деньги и зарабатывать эти деньги. Вот, и это не какие-то там электронные, неощутимые деньги интернета, это самые реальные деньги, на которых можно покупать все, что угодно. Окей? Я вижу много плюсиков, замечательно. Это вполне реально, вполне возможно. Я уже это 7 лет делаю. 95% еще не в криптовалюте, только 5% людей в криптовалюте. Почему? Люди не знают, как купить эту криптовалюту, где ее хранить, некому помочь. Они боятся, что это небезопасно. И именно это дает вам возможность сделать несколько шагов впереди тех людей, которые еще не сделали эти шаги, и помочь им заработать тоже.
Есть много людей, которые в этой компании уже заработали много денег, даже миллионы долларов. Кристи Читти, которого вы сегодня услышите, он очень много путешествует по разным странам, помогает другим людям, получает кучу удовольствия, заработал миллионы. Симона Фремелова, она мать-одиночка, у нее сын и дочка, есть разные люди, видите, мать-одиночка, она сидит с детьми. Я в этом бизнесе уже больше миллиона долларов заработал, создал семизначный доход и тоже путешествую и реализую свою страсть. Это помогать другим людям вести свободный образ жизни, достичь финансовой свободы. И Бренда Лопес тоже обрела финансовую свободу и проводит время с детьми, путешествует, наслаждается миром. Итак, как же работает Mavic Global? Mavic Global — это как Uber, Airbnb, Amazon, только лучше, потому что компания делится доходом с вами. Например, возьмем Uber. Uber соединяет пассажиров и водителей. Airbnb соединяет путешественников и владельцев апартаментов. Amazon соединяет покупателей и продавцов продукции. Что общего между этими компаниями? Они не владеют никакими продуктами, да? То есть они просто соединяют, дают возможность соединять свое сообщество, да, с теми, кто обладает финальным продуктом. Только они не делятся, не делятся доходом с вами. Mavic Global, она точно так же, она соединяет тех, кто еще не в криптовалюте, к проектам Web3, где люди смогут зарабатывать деньги, и она делится частью своих вознаграждений, она делится с участниками вами, с партнерами Mavic, которые вы можете стать тоже. И компания уже помогла больше чем 350 тысяч человек заработать около 75 миллионов долларов за последние 18 месяцев. Сотни мероприятий, работает больше чем 120 разных стран, команда из 40 человек из более чем 20 стран мира. А Михаил Прозаник, он является президентом компании, Домен Видергар, вице-президент, Яша Жигерт, международный менеджер по продажам. Компания уже вошла в номер 2 в рейтинге самых быстрорастущих бизнесов для дома. И это действительно бизнес 21 века. Почему бизнес 21 века? Потому что вы можете путешествовать, когда вам это угодно. Вы можете делать бизнес из вашего мобильного телефона или ноутбука, или лаптопа, и так далее. То есть вы можете делать бизнес этот на ходу, где бы вы ни являлись, в какой стране, в каком месте. Вам не нужно рабочее. Вам не нужен там кабинет или офис, вы можете просто делать его где угодно, даже в тапочках, сидя в вашем доме. Зарабатывайте, знакомьте людей с криптовалютой, как мы рекомендуем друзьям свой любимый ресторан. То есть вы представляете людей проверенным Web3 проектом, они получают выплаты от проектов напрямую, и вы строите жизнь своей мечты, вы строите свою карьеру в этой области. Есть многочисленные источники дохода здесь. Прямой доход, получая 7% за каждого нового клиента, которого вы привели. Есть доход от команды, вы строите свою команду, получаете деньги с каждой совершенной ими продажи. И награды за успехи, которые составляют до 13 миллионов долларов в качестве вознаграждения за ваше лидерство. И мы поддержим вас на каждом шагу. Есть международные и местные мероприятия, есть тренинги и поддержка, есть празднование успеха, есть даже круизы, акции, путешествия. Сегодня вы услышите об одной супер крутой акции, которая заканчивается буквально уже завтра, где вы сможете получить классные подарки. Круизы будут замечательные по Европе, Италия, Франция, Испания. То есть вы можете на такие вот мероприятия, как круиз, вы можете попасть туда бесплатно. Компания вам организует полностью, все включено, еда, каюта и путешествия. Проверенные проекты, с которыми работает компания Mavic Global, составляют в сфере блокчейн-технологий, это Ultron Foundation, в сфере платежной глобальной системы Flipme, в сфере игр это LotoDay, а также будет образование, путешествия, программное обеспечение и другое. Давайте посмотрим, как каждое из этих направлений работает. Ultron Foundation — это блокчейн. Это блокчейн, на котором можно абсолютно все построить. Команда состоит из более чем 40 этих программистов, которые ранее имели опыт
работы с такими проектами, как Polygon, Solana, Polkadot, Hyperledger, Binance Smart Chain и Phantom. Они запартнерились с централизованной биржей 369X, которая построена на Ultron Foundation. Децентрализованная биржа Ultron Swap, где можно делать разные обмены, где можно покупать монеты ULX. Вы познакомитесь более детально, более подробно. У нас есть мастер-классы, как это все работает и с Ультроном, как в этой экосистеме приобретать и пользоваться Ultron Swap. ULXCAN – это наш блок Explorer. 154 654 уже уникальных аккаунтов, уникальных кошельков, связанных с системой Ультрона. И у них есть уникальный продукт. У них есть пятилетний план стейкинга через Staking Hub NFT. Приобретая этот Staking Hub NFT, у вас есть возможность в течение 5 лет зарабатывать пассивный доход. Как это выглядит, как это, что это означает? У вас есть несколько опций, приобретая Staking Hub NFT. Вы можете иметь линейный заработок, что означает около 3% в месяц, начиная с 3% в месяц, это где-то 0,1% в день, и выводить все свои доходы, либо же делать сложный процент, то есть тот стейкинг, который вы получаете, он добавляется на ваш общий стейкинг, и получается еще больше монет. И здесь, начиная с 0,2% в день, это 6% в месяц, и в течение всего времени, в течение 5 лет, у вас есть возможность получить все 311% дополнительных монет. Okay? Можете посмотреть, как это выглядит все на официальном сайте Staking Hub NFT. Если мы делаем в течение всех 5 лет компаундинг, выбирайте NFT, например, NFT на $5000, он вам приносит 310%. Что это означает? Если цена монеты не меняется с того момента, что вы покупаете, то у вас из $5000 превратится в $20520. Если же цена повысится в 2 раза, то, соответственно, вы сможете реализовать и $41000. Если она в 10 раз поднимется, то это $205000. Да, все зависит от цены монеты ULX, но то, что мы знаем на опыте монеты блокчейн-технологий, на которых строится новое приложение, новое партнерство, новые аппликации, они имеют тенденцию повышаться, особенно когда мы говорим о долгосрочном плане в течение 5 лет. Этот первый продукт, вот, например, вы видите, я купил на $5000 этот NFT 22 марта 2023 года. 61 тысяча монет выросла в 127 тысяч монет, то есть это 65 тысяч монет заработка примерно за 1 год, больше чем удвоение количества монет благодаря продукту Staking Hub NFT. Ну а второе партнерство это в сфере гейминга. Mavi и LotoDay запартнерились. LotoDay первая в истории всемирная лотерея, где вы можете стать совладельцем всемирной лотереи, получать ежедневный доход от прибыли. Как это работает? Первая игра запущена, это лотерея. Люди могут играть всего за $3, покупая билет, и иметь возможность выиграть ежедневный джекпот в размере более чем $1 миллион USDT. Это самая крупная децентрализованная прозрачная всемирная лотерея, где каждый может участвовать с разных стран, не обязательно быть жителем определенной страны. Вот. И все доходы, все призы от маленьких до больших начисляются вам в USDT непосредственно на ваш криптокошелек. Все очень-очень просто. Сама LotoDay можете видеть на сайте lotoday.io. Сейчас я сделаю русский язык. Осталось всего $1.25 миллионов в последней в этапе номер 5, где вы сейчас поймете, что это означает. Сама лотерея, она выглядит вот так вот. Здесь можно присоединяться кошельком, здесь можно играть в лотерею, выигрывать призы. Все очень-очень просто. Если вы угадываете 6 цифр из 45, то вы сможете выиграть главный приз LotoDay. Сейчас джекпот составляет $1 018 639. Вот. Ну а
Сама технология была проверена, аудит был проведен компанией Certic, это очень крупная аудит компания, и защищена технологией Chainlink. И предпродажа состоялась, уже более чем 50 миллионов долларов было раскуплено этих долей от LotusDay. Осталось буквально пару дней. Завтра закрывается предпродажа. Что это означает? Что больше не будет возможностей ни у кого приобрести дополнительные доли в проекте LotusDay. Что эти доли вам дают? Имея Gaming Hub NFT, имея долю от LotusDay, 20% от всех доходов LotusDay от разных игр. LotusDay, игра лотереи, это только первая игра. В дальнейшем будет много-много разных игр, окей, в системе LotusDay. Это и рынки прогнозирования, то есть биткоин пойдет вверх или вниз. Это различные другие игры в экосистеме LotusDay. И поэтому, друзья, все, что заходит в LotusDay от разных игр, будет делиться 20% с теми людьми, которые имеют долю от этого. Чем больше доходов, тем больше будет распределение этих долей. Okay. Например, 10 тысяч билетов по 3 доллара каждый, это 30 тысяч долларов, 20% от этого, это 6 тысяч долларов, которые начисляются владельцам Gaming Hub NFT ежедневно. Если же будет миллион билетов, то, соответственно, это 600 тысяч долларов, которые начисляются владельцам Gaming Hub NFT ежедневно. Чем больше NFT вы берете, тем больше иксов вы получите. NFT на 5 тысяч долларов дает вам 6 иксов, это 30 тысяч долларов. NFT на 12,5 тысяч дает вам 7 иксов, это 87,5 тысяч долларов. NFT на 30 тысяч дает вам 8 иксов, это 240 тысяч долларов USDT. В зависимости от NFT, которую вы приобретаете, вы можете получать больше вознаграждений. Вот. И как это все осуществляется? Здесь внутри вашего бэк-офиса вы заходите на Gaming Hub, выбираете тот NFT, который вам подходит. Например, вот этот вот за 1500 долларов дает вам 7,5. К примеру, вы выбираете, вы делаете заказ, выбираете блокчейн, и делаете заказ, и потом вам приходит письмо электронное, вы оплачиваете заказ, и у вас отображается все в вашем бэк-офисе, в вашем кабинете, что у вас есть доля. А сам NFT, он митится у вас на блокчейне. Okay? То есть у вас будет своя этот кошелек, который для вас создается, где все NFT, которые вы приобретаете, они митятся, и они отображается у вас на бэк-офисе, и эти транзакции – это транзакции живого блокчейна. Окей. Это насчет LotusDay. У вас буквально последняя возможность, чтобы стать совладельцем всемирной лотереи. Но более того, я вам скажу, у вас есть последняя возможность получить его бесплатно. Кому бы хотелось бесплатно получить такой NFT, напишите в чате. У вас есть последняя возможность получить такой NFT абсолютно бесплатно, потому что в связи с тем, что предпродажа LotusDay завершается окончательно, и завтра последний день приобрести, есть сумасшедшая акция компании 1 плюс 1, где вы можете, приобретая NFT, любой NFT, вы можете получить один NFT от Gaming Hub бесплатно. Об этом еще раз я напомню чуть-чуть попозже. Ну, а это LotusDay. У вас есть возможность приобрести, а также получить бесплатно сегодня и максимум завтра. Это последняя возможность. И Flipme – платежное системное, международное платежное решение, обеспечивающее доступность банковских услуг и криптовалютных для всех. Вы можете стать совладельцем международного платежного решения. Как это работает? Аппликация Flipme. Вы ее устанавливаете, это приложение. И туда можете переводить ваши криптовалютные деньги, вы можете переводить туда фиатные деньги. Вот, и через у вас будет свой банковский счет, система IBAN, с Swift и SEPA, которые работают тоже. Вот, создаете это все, можете хранить вашу криптовалюту, можете покупать легко криптовалюту с помощью ваших банковских средств. Вот, и в принципе, все это делать легко. Вот. И таким образом
Каждая транзакция, которая проходит в сети Flipme, то есть когда человек покупает карточку, там есть 5 разных карт, виртуальные или физические карты, которые вам посылаются, вы можете, там будет опция, как и карточка с каким-то лимитом, с KYC, также там будет опция анонимная карточка без лимитов и без KYC, что каждый может создать, то есть без верификации, создаете вашу карточку и используете без лимита вообще. Все это стоит каких-то процентов, какие-то сделки, то есть это все прибыль с Flipme от этих разных транзакций, от этих комиссий. А эта прибыль может делиться, то есть 20% от этой прибыли будет перечисляться владельцам Payment Hub NFT ежедневно. Имея Payment Hub NFT, каждый день вы будете получать дивиденд. Это все равно, что вы имеете акцию компании, только раз вместо того, чтобы раз в год получать дивиденды, вы будете получать дивиденды каждый день в соответствии и зависимости от прибыли компании Flipme. Так что выбирайте свой Flipme NFT, который вам подходит. Это через Payment Hub, вот здесь с левой стороны. Выбирайте, какой вам больше по душе, например, 5000 долларов, сделайте заказ, либо через Binance, либо через Tron Network вы совершаете заказ и получаете часть доли компании. Осталось на Flipme, если мы посмотрим на сайте flipme.com, осталось буквально недолго до преселя 1,25 миллионов долларов на втором этапе. На втором этапе вы получаете больше процентов аллокации, получаете 80% больше процентов аллокации, нежели на следующем этапе, чуть меньше, поэтому вам будет доходы приходить чуть быстрее, а вот эти иксы выплачиваются чуть быстрее. Таким образом, как построить свое благосостояние? Вы владеете продуктами будущего, то есть вы можете купить от Ультрона стейкинг хаб NFT, от Gaming, от Flow2day, гейминговой индустрии, это Gaming Hub NFT, и от платежной системы Flipme, это Payment Hub NFT. Вы можете купить один, два или три, или все три. Лучшая покупка – это комбо-вариант, это и Payment, и Staking, и Gaming Hub. Вот. И сегодня есть специальная акция, приобретая любой из этих NFT, вам полагается один NFT от Flipme бесплатно. Если вы приобретаете на 1500, например, от Ультрона, от Staking Hub, то вам полагается в подарок на 1500 долларов Lotoday. Если вы приобретаете на Flipme 1500, то вам полагается на 1500 от Lotoday бесплатно. Все, что выше 1500, на 5000 вам полагается 5 бесплатно. На 12,5 вы получите 12,5 бесплатно, окей? Но это только до 20 марта, до конца 20 марта. После этого этой акции уже не будет и не будет бесплатно подарочных NFT. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Помимо этого, вы можете также построить свой цифровой бизнес. Вы можете построить бизнес, где вы можете работать отовсюду. Неограниченный потенциал заработка, то есть зарабатывая до 1 миллиона долларов в неделю здесь доступно. Будьте себе сами себе хозяином, путешествуйте. То есть этот бизнес вы можете строить, опять же таки, где угодно, в каком угодно месте, и потенциал заработка очень высокий в этом бизнесе. Здесь 5 разных источников доходов, разные бонусы, и командные бонусы, и прямые бонусы, и так далее, которые вы можете здесь получать все в USDT. Я вам покажу пример. В этой компании я работаю с конца июня примерно 2022 года. За это время я заработал 1 миллион 190 тысяч 600 долларов. Примерно это 60 тысяч долларов в месяц в среднем с момента, когда я начал этот бизнес. То есть здесь многое возможно. Да, и каждый, кто постарается, может преуспеть. И самое главное, друзья, что мы вам помогаем. Окей? Вы не работаете сами. Вы не работаете сами, вы работаете вместе в команде, окей? А в команде все может быть гораздо сильнее, гораздо лучше, окей? Это одна из прелестей, одна из лучших преимуществ этого бизнеса, что вы работаете именно в команде,
все вместе, они отдельно. Okay? Ваш бизнес, да, он свой, это ваш собственный бизнес, вот, но мы работаем вместе в команде. И осталось принять только решение. Те, кто примут решение, те, кто присоединятся в нашу команду, то мы вас всех поздравляем, мы вас приветствуем, мы вам поможем составить ваш план действий. Воспользуйтесь сейчас этой уникальной возможностью по Lotto Day. То есть вы можете сейчас взять 1+1 в подарок бесплатно. Вы можете дать возможность вашей команде, самое главное, тоже это взять и выиграть тоже вместе с вами, потому что одному хорошо выигрывать, а вместе это еще лучше. Вот, и сейчас такое вот уникальная возможность. Сейчас я поделюсь экраном, покажу вам еще раз наглядно, как это все выглядит. Окей? И что нужно для этого делать? Очень просто. Там заполняется одна форма после того, как вы совершаете заказ. То есть сейчас вот такое вот промо действует. Он заканчивается вот буквально завтра. И в этом промо получаете 1+1 Staking Hub, Gaming Hub или Payment Hub NFT на $1500 и выше вы получаете столько же в подарок. Okay? Ну, давайте посчитаем, что это может для вас стоить. Okay? К примеру, на $1500 на $1500, да, вы приобретаете, к примеру, Payment Hub. Окей? Сейчас. Секундочку. Это экраном он. Одну секунду. К примеру, вы приобретаете на $1500 Payment Hub. Как это все выглядит? Окей? Вот $1500. Вот так. Вот $1500. Окей. Значит, эти $1500 Payment Hub, они будут платить $7500. Окей. И вы также получаете Gaming Hub в подарок. То есть еще в подарок на $1500, которые тоже принесут 7,5. Теперь давайте посмотрим. Вот эти вот $15000, допустим, что это займет 5 лет для того, чтобы получить эти деньги. Okay? 5 лет, это означает 60 месяцев. В течение 60 месяцев, к примеру, вы получаете эти $15000. Что это означает? $15000 разделить на 60, okay, это где-то $250 в месяц. А $250 в месяц, если мы делим 250 на 1500, то это получается где-то 16%. Чуть больше, чем 16% в месяц. То есть по этой акции, благодаря этой акции, которая делает это еще более выгодно, в течение 5 лет все это выплачивается с вашими иксами. В течение 5 лет. Окей, okay. В этом случае вы получаете в среднем около 16% в месяц в течение 5 лет. То есть это очень-очень прибыльная акция. То есть вы в 10 иксов делаете, с 1500 на 15000 это 10 иксов. То есть даже если это займет больше, чем 5 лет, это все равно очень выгодная акция. Но оно может занять и меньше, чем 5 лет, может занять 3 года, может занять 2 года, понимаете? То есть все зависит от роста, от продаж, от прибыли, Lotto Day и Flip Me. Окей, то есть здесь все возможно, да? И за несколько лет очень много клиентов, очень много новых клиентов могут быть частью экосистемы, и это все будет выплачиваться вам быстрее. Если мы берем расчеты на $5000, то там еще более выгодно получается. $5000
Например, 5 тысяч долларов, он дает 30 тысяч долларов, максимальный payout. То есть, если мы берем флиппи на 5 тысяч долларов, получается 30, окей, плюс еще 5 тысяч долларов, это от Lotto Day, получается 30 тысяч тоже. Итого это 60 тысяч. 60 тысяч это 12 иксов. Если мы берем 60 тысяч, делим это на 60 месяцев, это 1000 долларов в месяц в среднем. 1000 долларов в месяц разделить на 5000 долларов, это примерно 20% в месяц. Okay? То есть это очень-очень прибыльно. 20% в месяц очень прибыльно. Супер-мега прибыльно. Просто многие этого не понимают, многие этого не видят. Потому что мы только в начале пути. Я беру среднее за это время, но вы должны понимать вот такую вот базу роста, которая выглядит как клюшка. Она выглядит вот так вот. Сейчас я нарисую это все. Она выглядит вот так вот. То есть вот это вот рост прибыли, так выглядит растущая компания. Так выглядит растущая компания. Она начинается медленно, потом оно растет, 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 растет. И в дальнейшем все больше и больше прибыли получается. И когда мы берем в среднем то, что у нас есть сейчас, когда мы берем в среднем, то получается очень высокие проценты. Окей? Это насчет этого. Теперь я хочу пригласить сюда моего партнера Юру Каспарова. Юра Каспаров, он имеет колоссальный опыт в сетевом бизнесе. Он построил несколько компаний с нуля до оборота более чем миллиард долларов. Он единственный русскоязычный ученик миллиардера, легенды Декстера Ягера еще со времен Amway Global, и он здесь строит большую очень команду в нашей компании, он помогает всем, кто нуждается в помощи, и у него есть огромное сердце, он практически полностью к вашим услугам здесь с утра до вечера, вот, и я хочу пригласить его сюда к нам. У нас также есть, он представит, кто к нам зашел в гости. Вот, Юра, как у тебя дела? Отлично. Работаем практически круглосуточно. Вот это последние 8 дней. Я горжусь моими лидерами. Особенно Андрей Жариков делает три презентации в один день. Как ты знаешь, что сегодня почти один день остался до самого хорошего промоушена, который компания делала за всю историю, и больше никогда не будет. И поэтому мы стараемся донести это. И вот сегодня я пригласил нашего партнера, Royal Ambassador, Кристи. Are you here, brother? Welcome. I know you did very good interview today with one of my leaders. So welcome. Vitaly will be translate. Виталий, микрофон open, please, for Кристи. Кристи, are you there? Make him co-host so he can sharing his I'm screen here, I'm also. here. Кристи, welcome, Welcome. brother. Thank you so much. Thank you so I'm much. not, I'm going to introduce you right now in Russian, okay? Okay. Всем хочу сообщить, что с нами очень особый гость Кристи Читик из Румынии, который на сегодняшний день обладает самым крупным рангом в истории компании. Это Royal Ambassador. Уже заработал больше чем 5,5 миллиона долларов в бизнесе, если не считая продукты. С продуктами, наверное, там уже все 8 миллионов долларов. Сегодня большая честь он с нами и поделится несколькими словами
почему находится в этом бизнесе, что его здесь впечатлило, что его радует, почему он полностью сфокусирован на этом бизнесе, какое будущее он видит в этом бизнесе и какой совет он может дать всем нам для того, чтобы быть более успешными. Кристи, the Thank you stage so is yours. I'm going to translate you right now. much. Okay, thank you so much. By the way, thank you so much for inviting me on the call again. Спасибо большое, что пригласил снова меня на звонок. All the time when I'm coming on these calls, I realize day by day how these people from these calls are, how lucky they are. Чем больше я прихожу на эти звонки, тем больше я понимаю, что те люди, которые находятся здесь на вебинаре, насколько им повезло и посчастливилось. Why they are so lucky? Because they have a legend in network marketing like Mr. Uri, that it's, I don't know, 30 years in the industry, even more, 33. 33. Oh my Почему вам 33. повезло здесь? Потому что с нами ветеран индустрии, более чем 33 года в индустрии сетевого бизнеса Юра Каспаров. And I have like 40. 8 years, and I mean to have somebody to guide me with 33 years experience to be available day by day, that it's a blessing. Это большая хвала, большая честь, чтобы есть кто-то, кто подсказывал, что делать, как делать, у кого есть такой колоссальный опыт, быть рядом каждый день. And I will tell you something. You know, leaders are multiplied themselves and they transfer the knowledge. Which that knowledge become wealth. Эти знания, они превращаются в богатство, когда мы трансформируем эти знания в действия. What I'm saying that Mr. Yuri was trained by a legend in the industry, I will say one of the biggest leader ever, that earned 600 millions from commissions. Who is earned 600 million? In Amway, Mr. Dester Yager, he earned more than 600 millions in commissions in 40 years, and Mr. Yuri was trained by him. Да, Юра, он тренировался Дегтярем Ягером, который заработал больше, чем 600 миллионов долларов комиссионных. And what I'm thinking about, Dester transfer the knowledge and wealth, I mean knowledge to Mr. Yuri. Mr. Yuri is a good leader, an amazing leader that is making a lot of money also in the business. And Mr. Yuri, day by day working, transfer all this energy, this knowledge, and that will become in pockets also. Да, и вот эти вот знания, это трансформация, то есть он передает, и это тоже все приземлится в ваши карманы. And that's why I believe everybody from this call, they are very lucky, but I'm going to tell you something, what you need to do. Поэтому вам всем повезло, но я хочу вам сказать, что вам нужно делать. Ignore the fact that we are big leaders, like very big leaders, that I earn 5 million, Vitaly 1 million, Mr. Yuri close to 1 million or whatever. Just take the phone and contact us. Contact Mr. Yuri to help you. It doesn't matter if you start today. Игнорируйте тот факт, что там большие лидеры, Кристи заработал миллионы, Виталик заработал там миллион, Юра заработал миллион. Просто возьмите телефон и наберите их, напишите им, позвоните им. Because I know by the facts, when you want something huge in your life, you take the phone and you call, Mr. Yuri, I just started, I need your help. And it's going to help you. Потому что если вы хотите что-то больших результатов, то наберите номер, позвоните, скажите, я хочу больших результатов, мне Because нужна ваша помощь. this is the goal and our success like leaders, it's how much our people have success, it's reflected in our success. Потому что это цель, потому что чем больше вы преуспели, тем больше мы преуспеваем. Да, это наша задача, наша цель. And also the second thing that you are very lucky, you are still, if you are new today on this call, you still have a couple of hours, I don't know exactly how many hours to catch the promotion. Maybe Vitaly, you know how many hours still people have? How Также many? вам посчастливилось, что вы застали еще такой разгар промоушена, особой акции компании, которая
осталось не так уж и много часов. Осталось примерно, I'll tell you how much left. Тридцать один час остался вам. It's 31 hours left to be able to get the best promotion we ever have, which never ever will come back with this gift, Gaming Hub NFT. И этот промоушен, он никогда не вернется. Та возможность, что у вас получить бесплатно подарок Gaming Hub NFT, у вас только осталось 31 час, чтобы воспользоваться этим. Which I will say, it doesn't matter if you are new or old in the business, this is a huge opportunity also for you. И неважно, если вы новый в бизнесе или старый в бизнесе, это отличная возможность для вас. Let's say you start with $5,000 today or tonight. Допустим, вы начинаете с 5000 долларов сегодня. Let's say you buy the Staking Hub NFT and you divide this $5,000 on 7 cents, you're gonna have 71,000 coins. Допустим, вы покупаете на 5000 долларов стейкинг хаб, у вас 71 тысяча монет. Plus, you have $5,000 Gaming Hub NFT free. That is gonna give you $30,000. Плюс у вас бесплатно на 5000 долларов Gaming Hub NFT, который даст вам 30 тысяч долларов. And this Gaming Hub NFT, you can keep it and you can earn the money. And the money that you earn from the Gaming Hub NFT, you cover also the Staking Hub NFT. What do you mean cover? I mean, you recover the money that you pay for the Staking Hub NFT with a Lotto Day. And in that moment, you can keep this Staking Hub NFT for 5 years to be able to compound. И таким образом доходы, которые вы получаете с Lotto Days, Gaming Hub, они покрывают вам все Staking Hub. То есть вам не нужно продавать монеты, оставляйте эти монеты в течение 5 лет. Давайте им возможность вырасти. I will say I pay $5,000 with the Gaming Hub NFT. When I make $10,000 profit, I recover my money. When I make $5,000, I recover my money that I pay the staking, and I have everything else for free. And in the next 5 years, with the Staking Hub, I'm gonna make 293,000 coins. То есть с Gaming Hub вы получите сначала первые свои 5000 долларов, которые покрывают Staking Hub. То есть все вам остальное достается все бесплатно, все монеты получаются бесплатно. И за эти 5 лет у вас будет 290 тысяч монет. And when you have this amount of coins, if the price is just $1 in 5 years, it's like you have free five $300,000 today. I hope you get my point. Это означает, что если цена Юалекса будет 1 доллар, то то решение, которое вы делаете сегодня, может принести вам бесплатно около 300 тысяч долларов в подарок. I will say these kind of things sometimes we ignore it. And we don't give it a lot of action on this direction. We ignore it and set to take huge action when we know by facts we'll never ever be again. Такие, мы иногда пропускаем, игнорируем такие вещи, вот, но это упущенные возможности. And by doing and have this kind of support that you have day by day by Mr. Yuri and Mr. Vitaly to train you. Vitaly, it's an amazing friend of mine. It's an amazing leader. I learned a lot of things from his side. He's doing the training for the companies and doing and being able to teach you day by day. The only way, one way to don't have success is to don't come in the calls and quit. Otherwise, you have success for sure with this kind of people support you. И когда я очень много у Виталика научился всего, он мой хороший друг, делает также тренинги для компаний. И когда у вас есть такая поддержка, каждый день такая поддержка и такие тренинги, то единственная возможность не преуспеть, это просто не приходить на созвоны, не приходить на эти тренинги и бросить бизнес. Но если вы приходите на созвоны, и не бросайте бизнес, то вы только можете на 100% преуспеть. When I start this business, I understand the value of the business. Когда я начал бизнес, я понял ценность этого бизнеса.
And I understand that if I put these kind of things like this, and I will not see right and left what other people say, which are not, don't have experience, that they don't know what are talking about. И когда я поставил эти штуки, чтобы я не смотрел направо и налево, не слушал тех людей, у которых нет опыта. You put this, you ignore what is coming on left, what is coming on right, and you see just ahead, front. То есть вы смотрите вперед, вы не смотрите налево, направо, что там происходит. I had a lot of people that tried to get this down from me, but I didn't let them, and because I didn't let them, and I follow those things in the business, today I can say I make more than $4.5 million in commissions. И потому что я вот так вот не смотрел направо-налево, не соблазнялся, хотя мне пытались, сегодня я заработал 5,4 миллиона долларов комиссионных. This it doesn't go down, just is going down to see for the people that they make more than me in my business. Otherwise, no. То есть я только смотрю на тех, кто в моей компании, в моем бизнесе, моя команда зарабатывает деньги. Вот, только because на это смотрю. I say from my entire career, let's say, like I don't, maybe you don't know me, I'm from Romania, to tell a little bit about myself. I'm from Romania. Я из Румынии. I started this industry network marketing in 2009. Я начал в этой индустрии сетевого маркетинга в 2009 году. And I started with crypto in 2016. Я начал в криптовалюте в 2016 году. I didn't have all the time just ups, because sometimes didn't help me the companies, but I was up and down, up and down, and up and down. But I say always one thing, I will never ever quit, because one day is going to come a company that is going to give me the power to work and make a plan for 5-10 years and to recover everything that I've lost in the past and give me exactly what I dream for. Из-за того, что я становился, сфокусировался, теперь этот бизнес может мне осуществлять все мои мечтания благодаря этому. And finally, in 2022, when I received the call and see this company Mavi with Ultron, I said, thanks God, my dream come true, to have something to be planned for the next 5, 10, 20 years. И когда увидел в 2022 году компанию Mavi Global, я сказал, спасибо Боже, что это позволило реализовать мои мечты. And when you have something huge, you can realize that it's reflected also in results. И когда у вас есть что-то огромное, то это тоже показывает на результатах. I will tell you that when you have an amazing business, the results are coming and a bigger scale. Когда у вас отличный бизнес, то результаты могут быть тоже большие. I will say simply, if you are on the highway and you are with the Lamborghini and I'm with the Fiat Panda, which one is going to go faster and is going to arrive on the other side faster? Of course, you with the Lamborghini. Me with the Panda is going to take a lot of time. It means our business is a Lamborghini or Bugatti, whatever you want, that will help you to make fast income, fast results, and create a huge community. Когда мы смотрим на скоростную трассу, то что быстрее едет, Fiat Panda или Lamborghini? Конечно, Lamborghini. Наш бизнес это Lamborghini, и вы можете использовать этот бизнес, чтобы быстро продвигаться. You can see here 5.4 million. It's close to $5.5 million commissions in 20 months. Это почти 5,5 миллионов комиссионов в 20 месяцев. Plus 22, I put 200, from 22 people today are 212,000 people in the business. Тут 213 тысяч человек в бизнесе сейчас. И всего 5 лично я подписал. And today, just in the business, until this time, it's about almost 380,000 dollars purchase
just today. Сегодня купили, сегодня 380 тысяч долларов за этот день. And also to the total volume, it's about $120 million in the last 20 months. Общий оборот 120 миллионов долларов за 20 месяцев. If you divide this 20 months, it's every average monthly $6 million volume. It means that we have an amazing, amazing business. То есть в среднем это 6 миллионов долларов в месяц. В среднем. Это означает, что у нас есть офигенный бизнес. And when you take this business very, very seriously, когда вы очень серьезно относитесь к такому бизнесу, plus you have all the support of Mr. Yuri and Vitaly, which плюс is у вас есть поддержка Юры и Виталика, and Mr. Yuri is very close to Crown Diamond, am I right? Юра очень близко к Crown Diamond, я прав? But the beauty for Mr. Yuri to become Crown Diamond, he cannot become alone. It means he help a lot of people to achieve Green Diamond, to achieve Blue Diamond or Diamond. That is the key of the success. Но многим помог стать зеленым бриллиантом, синим бриллиантом, бриллиантом, и это ключ к успеху. And let's take a look what it's waiting for you. Давайте посмотрим, что вас ожидает. It's not hard to become diamond with this kind of support of Mr. Yuri and Vitaly. Не тяжело стать also бриллиантом с поддержкой Юры и Виталика. But in the moment you become diamond, you're going to see that you're going to become blue diamond to make 10K. Когда вы станете бриллиантом, вы увидите, что, окей, следующий шаг – синий бриллиант, и вы станете синим бриллиантом. And you become получите 15K. 10 тысяч долларов, зеленый бриллиант получите 15 тысяч долларов. Black – 30K, crown – 90K. Потом 30 тысяч долларов, потом 90 тысяч долларов. Double – 150K. Double crown – это 150 тысяч долларов. 450K. Потом идет 450 тысяч долларов. Vitaly, how you feel when you become crown diamond and you claim $90,000? How you feel? How you felt in that moment? I felt that I won the 90,000 and I got 60,000. No, I'm joking. I felt amazing. Yeah. Он спрашивает меня, как я, что я чувствовал, когда я 90 тысяч долларов нажал на кнопку. Я вспоминал дни, когда я зарабатывал $1,000 в месяц на работе. Ambassador is 400. I said it. I was remembering the days I was earning $1,000 in a month in the salary. Ambassador is 450. Royal Ambassador 750. 450 тысяч. Это амбассадор. Рояльный амбассадор 750 тысяч. And take a look at me. Do I look like an alien to you? If I'm not looking and I'm not an alien, it means I'm Royal Ambassador, you can do it too. I trust you. Вы думаете, что я похож на инопланетянина? Я не инопланетянин. Если я Royal и Рояльный Амбассадор, то вы тоже можете быть Рояльным Амбассадором. Next rank is going to be GOT, 1.5 million. Следующий год на 1.5 миллиона долларов. This is my goal for this year. Это моя цель в этом году. And my goal for next year is legendary GOT. И в следующем году 10 миллионов долларов. And I will tell you that if you start today the business, я скажу вам, если вы начнете сегодня бизнес, even you will take for you 5 or 10 years to become legendary GOT, only for this rank is 10 million. Даже если вам дает это 5 лет, чтобы стать легендарным год, вы получите 10 миллионов долларов. With, together with the commissions and everything, you earn like $25 million together. Вместе с комиссионами это уже, наверное, миллионов 25 миллионов долларов. And if that will happen in 10 years, it's still amazing because it's like $2.5 million every year. Даже если вы достигнете этого в течение 10 лет, это хорошо. Это в среднем получается 2,5 миллиона долларов в год. That means in the beginning you might not see big results, but then it's coming bigger and bigger and bigger, and to the end when you make the average, you are a make a millionaire.
every Вначале вы, может, не увидите больших результатов, но со временем оно будет все больше, 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 как снежный But ком. I believe it's too much. Let's cut a little bit of talk and let's take on huge action because we have another 31 hours to be able to get a promotion. Но я думаю, хватит говорить, надо действовать, потому что у нас осталось всего 31 час для этого промоушена. And myself, if I will be in your position in the next 31 hours, I will call everyone to help a lot of people, and also I will purchase as much I can, maximum that I can myself, because this promotion will not be available anymore. Я на вашем месте обзвонил бы всех, дал им знать про это, и также воспользовался сам максимально купить этот промоушен And just NFT. put on paper how much money you can get because of this promotion in time. И напишите на бумаге, сколько вы можете получить денег, используя этот промоушен. And after the promotion, or even in time of the promotion, И после промоушена или во время промоушена. I'll tell you something. If you don't make $1 million a year, Если вы не сделаете 1 миллион долларов в год, don't miss this Zoom calls. не пропускайте эти звонки, эти зум-звонки. And bring all your friends in these Zoom calls. И всех своих друзей вы на эти зум-звонки приглашайте. Come to the international events Приходите на международное мероприятие. and call Mr. Yuri to help you. It doesn't matter if you start today, and also Vitaly to help you to have success and be part of the community. И звоните обязательно Юре, и становитесь частью успеха. Because like this, you're gonna have success by doing this every time. You're gonna have huge success in time. И делая, приходя на созвон, у вас будет со временем огромный колоссальный успех. That is all for my side tonight. Это все, что я хотел вам сказать сегодня. I hope you get the point. I have to jump in another Zoom call in 15 minutes. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Мне And через 15 минут другой созвон. if you can see, I'm Royal Ambassador, but I'm still in action. Day by day, hour by hour. И как вы видите, что я каждый день, каждый час я также занимаюсь этим бизнесом, потому что есть большие цели. Why I am in so action? Почему я так много занимаюсь этим бизнесом? Because with this business, I want to change the entire generation of my family because my father, he didn't was rich. And I want my family from me over to be rich all the time. Потому что мой отец и отец моего отца, они не были богатыми. Я хочу изменить вот эти поколения и поколения своих детей, дети своих детей, потому что чтобы стать богатым. And I hope the children of my daughter, the children of my daughter, to have instead to have something like it on the wall, to have my picture on the wall and to say, because of that crazy guy, we are making a lot of money day by this 100, 200 apartments around the world. И чтобы у моих детей, моей дочки висела моя фотография, сказали, вот благодаря этому дедушке сумасшедшему мы зарабатываем деньги каждый день, у нас есть очень много квартир. This is my ultimate goal. Это моя цель ультимативная. Thank you so much. God bless you. See Спасибо you next time большое. in the next call. Намасте. Thank you. Да. Намасте. Намасте, намасте. Thank you so much, Christine. Thank you You so are much. fine. Okay. Thank you, Mr. Yuri. Have a blessed night. Bye-bye to all of you. Take big action because you have an amazing leader that you can make huge results. Bye-bye. Awesome. Ну что ж, Юра, это был Кристи, он абсолютно прав. Есть возможность переписать поколение и поколение с этого бизнеса и создать настоящий легаси здесь, в этом бизнесе. Поэтому сейчас осталось меньше, чем 31 час. Осталось где-то 30 часов с половиной примерно. Я думаю, подведем итоги, дадим
Даймондом пару слов, ответим на вопросы и продолжим нашу работу. Слово тебе, Юра. Да, все правильно Кристи говорил, поэтому я тоже так, я тебе говорил, и в Дубае я говорил, Кристи слышал, что поэтому я так много работаю сейчас, что я хочу передать легаси ту моей дочери. Легаси – это то, что Кристи говорил, это по-русски наследие. Как вот мой учитель, мы его потеряли 3 года назад, но его 7 детей получают примерно около миллиона долларов каждый месяц, пассивный доход. Как вы думаете, как они о нем думают, как они его любят? Естественно, портреты везде на стене висят. Вот. Также и мы с Кристи то же самое хотим, да, и Виталий тоже, передать легаси. И вот и у меня очень много даймонов уже, 8 даймонов. И сейчас мы... Андрей Жариков делает вебинары 3 дня в день. Давайте спросим его, почему. Андрей, микрофон открой. Скажи тебе, как... Открой. Ты с ним встречался? Да, Да. Да, слышно. Поэтому надо донести, поэтому Андрей делает 3 презентации в день, чтобы донести это всей команды, да, и вы точно так же можете, вы точно так же. Вот, я вчера говорил на его вебинаре в 3 часа ночи, что у нас будет ролл амбассадор, то есть я всегда держу свое слово. Вы видели роль амбассадора, вы слышали, вы видели его бэк-офис, 5,5 миллионов только со структуры, а он еще минимум 2 миллиона заработал только на монете, да, вы видели его бэк-офис. Вот. А вы спросите себя, а где ваши команды? Все ли из вашей команды здесь находятся? Конечно, не все. Поэтому, ну, мы должны стараться, вот пока... Виталий делал презентацию, я всем тех посылал. Я на вебинаре, а ты там? Заходите. Понимаете? И вот точно так же вы должны своим напоминать. Потому что потом, когда промоушен завтра закончится, я уверяю вас, очень многие будут мне звонить. Юра, а нельзя там продлить, чтобы компания продлила, а мы ничего не знали. Как не знали? Мы с Виталиком говорили, Андрей Жариков каждый день говорит. Владимир, скажи пару слов. Ты тоже 30 лет в нетворке. Открой микрофон. Почему это промоушен так важен? Почему мы с тобой за 30 лет ничего подобного не видели? Вообще, никто, я вот проверил более 100 компаний перед тем, как я начал Ультром Мави делать. 4 компании сделал миллиардными, но никто мне что-то не предлагал 5 тысяч бесплатно или 30 тысяч бесплатно или 12 тысяч с половиной бесплатно. Поделись своим опытом. Да. Вы знаете, вот
Мы каждый раз, когда проводим, всех приветствую, друзья. Я думаю, что вам действительно повезло. Мы послушали сегодня снова интересную, как говорится, такое вступление и предложение, которое делает Кристи. И вы знаете, вот мы проводим почти, ну, не почти, сейчас мы каждый день, мы проводим тоже с командами, встречаемся утром, днем, вечером. Еще два у нас от компании есть, две еще Виталий проводит с Юрой и так далее. Но самое важное, каждую презентацию, ну, то, что приводить, как говорится, свою команду, это просто аксиома. Но как только мы научимся каждый день, как сказал один поэт, начинать себя снова, начинать делать для себя утром нулевую точку отсчета от того, что было вчера, позавчера, вот отрезайте. Кто-то, у кого-то вчера не получилось, кто-то позавчера не пригласил, кто-то еще обещали прийти 5 человек, ни один не пришел. Отрезайте, это все история, это прошлое. И начинайте с нуля сегодня. Вот я тоже всем предлагаю. Неважно, завтра промоушен закончится, и дальше мы будем работать, как говорят, в спокойной обстановке, да? Но мы не должны успокаиваться. Ну все, закончился, теперь мы уже не это. Мы должны. Эти промоушены делаются для того, чтобы мы скорость не туда набирали, а вот туда разогнались так, чтобы не было препятствий на пути никого, чтобы никакие бревна не мешали поперек дороги вашей двигаться вперед. И я вот сейчас снова предлагаю всем, возьмите сегодня за нулевую точку отсчета и поработайте ближайшие 90 дней. Каждый день, вот возьмите, как он говорил, шоры на глаза, да? Это называется шоры у лошадей, когда одевают, чтобы они в гонках не, направо-налево не смотрели. И поработайте 90 дней, и вы увидите потрясающие изменения в своей жизни, в здоровье, в окружении. Вас будут еще больше любить родные и близкие. Вы начнете рисовать портреты уже заранее, прежде чем наследство будете оставлять, чтобы вы могли уже развесить по всем квартирам и апартаментам, где вы будете покупать, по всем домам, будете раздавать родственникам своим, родным и близким и так далее. Жизнь начинает по-другому выстраиваться. Когда вы начинаете каждый день с низкого старта и тут же набираете full старт, как можно быстрее и как можно быстрее. И когда мы тренируемся, ведь очень многие устают даже вебинар послушать 1,5 часа. Люди настолько не готовы к хорошему результату, настолько не готовы к позитиву в жизни, что они или сидят, пишут в чатах, как говорится, целый мешая всем остальным, да, или же не слушают. Но те люди, которые приходят постоянно, которые достигают результата, они всегда все слушают, себе записывают тетрадь, себе двигаются, и поэтому наш промоушен – это старт, это только начало. Чтобы вы не понимали, что это все закончилось, это самое начало. Поэтому я желаю всем действительно 31 час этот использовать. Конечно, у нас не обойдется без того, что начнут завтра все равно просить. У кого-то банк не сработал, у кого-то деньги не дошли, у кого-то зависли обмены и так далее. Но это жизнь нормальная. Главное, чтобы мы действовали. Поэтому желаю всем действовать, действовать и действовать. И у вас все получится. Зифол, микрофон ваш закройте, когда даме говорит речь Отключите его уважения. сами, да и все. Если вы не закроете, мы вас с комнаты просто уберем. Сколько раз я просил имена свои писать? Вот это только происходит, когда человек свое имя не пишет, и он что хочет делает. Андрей, следи за этим. Виктор здесь. Виктор, ты будешь следующий. Кстати, у нас сегодня, вчера
несколько новых сафиров появилось, руби. Я хочу поздравить Галину Самойленко. Я уже послал в компанию, что сегодня будет ее видео готово, наверное. Вот. Ребята, делайте себе в бэк-офисе имидж новые ранги и ставьте прям в Zoom, чтобы ваша команда знала своих героев. Виктор, скажи, у тебя большая организация в Германии, в Австрии и в Европе, в Англии. Ты тоже давно в нетворке. Ты когда-нибудь видел, тебе когда-нибудь кто-нибудь давал 5 тысяч бесплатно, 12 тысяч бесплатно, 30 тысяч монет бесплатно? Мы с тобой мечтать об этом не могли даже. 240 тысяч. Как вот повезло нашим людям, только надо этим воспользоваться. Ну, один день остался. Многие, здравствуйте всем. Многие по-своему это все воспринимают. Ну, время покажет. Вот. Я хочу сказать, что мы все сделали. Ну, еще один день есть. С нашей стороны, вот эти посты, эти видео, мне особая благодарность Андрею Жарику, Виталию, который каждый день практически там на английском, на русском, неважно, проводит вебинары, берут время, и многие этим просто не воспользуются. Ну, время покажет. Завтра уже последний день. Лототей больше никогда мы не получим. Те, кто долго думал, так скажем. Многие даже не понимают того, что... Ну, конкретная халява. Вот я уже говорил про это и еще раз скажу. Нам давали совсем недавно, пару лет назад, BNB, Ethereum, там, Solana, бесплатно берите, никто не брал. Ну, многие не брали, потому что не знали. Теперь-то мы знаем, почему сейчас-то не берем. Вот это я не понимаю до конца. Ну как, я понимаю, почему, потому что люди не понимают. Это единственная причина, потому что они не понимают, они не ходят на вебинары, они не понимают, о чем речь. Они думают, что очередной какой-то... Ну, к сожалению, это не очередной какой-то, а вы пропускаете очень или делаете очень-очень большую ошибку. Те, которые так думают. Многие, конечно, воспользуются. Очень много, я многим благодарен, которые просто это... поняли и взяли это в свои руки и делали. И, естественно, у них они будут и пожимать потом. Понимаете? Да, здесь у нас бизнес надолго. Здесь будет все медленно. Не так вот кнопка бабло, и вот он. Здесь будет все медленно, но по нарастающей. Как Варрен Баффет говорил, молодые не хотят медленно богатеть. Мы будем медленно подниматься наверх, наверх, наверх. Это долгосрочный проект. И поэтому, да. Виктор, подтверди, что у многих, вот, которые ранги поменялись, у меня вчера, позавчера, ну сразу несколько сафиров, несколько руби появилось. Сегодня уже Blue Diamond. Андриан стал Blue Diamond. Очень хорошая возможность. Даже те, которые инвесторы тоже ищут хорошие инвестиции. Это хорошая инвестиция. Это очень хорошая инвестиция. И здесь потенциал просто бешеный. Просто бешеный. Это растущий рынок. Он пользуется спросом. Неважно, игровая индустрия или платежная, все пользуется спросом. Просто есть категория людей, одни больше почитают что-то платить, где-то путешествовать и так далее,
А некоторые просто тупо играют. Ну и пускай играют. Ради бога. Пускай играют. И я из, как вам сказать, из практики, я видел, я у многих моих клиентов были эти казиношки, так скажем, такие игровые автоматы, там то все. Вот где быстрый исход, то есть результат, туда больше подседают люди. Не знаю почему, но так оно и есть. Потому что люди, вот правильно сказать, люди хотят быстро заработать. Быстро, а быстро не бывает. Быстро можно только проиграть. К сожалению, так. Вот будет рынок прогнозирования. Я думаю, что там игроков еще будет, больше будет, чем в лото. В лото есть специальные категории людей. Это пенсионеры в основном. И их очень много. Их очень много. Но для этой категории людей мы дождемся, когда будет приложение на телефоне. Тогда будет проще. Они даже не будут знать, что они криптой оплатили. Поэтому все будет хорошо, немножко набраться терпения и еще вот эти, скажем, 30 часов поработать. И здесь просто мы сейчас, лото уходит, и второй этап уходит, я имею в виду Payment Hub. То есть здесь два зайца надо не упустить. Всем успехов! У нас все будет классно. Спасибо, Виктор. Ты почти Blue Diamond, мы тобой гордимся. Если, ребята, у вас есть какие-то вопросы или что, вы задавайте, пользуйтесь моментом. Надеюсь, вы услышали Андрея Жарикова и Владимира и Виктора, моих даймонов, что благодаря этому промоушена вы можете, да, как другие, подниматься по карьерной лестнице наверх, становиться сафиром, становиться руби, становиться эмеральд и становиться даймоном. У меня есть даймон Андриан, который из Майами, который за 2 недели стал даймоном, и уже сегодня он Blue Diamond. Я смотрел позавчера, у него не хватало пару тысяч всего, чтобы стать Blue Diamond. Поэтому, если человек может стать Blue Diamond за 2,5 месяца с моей помощью, вы можете стать Diamond хотя бы за 3-5 месяцев, за полгода. Конечно, только надо захотеть. Как Елена Чкалова говорила на прошлой неделе, что она поставила цель 90 дней поработать и посмотреть на результат. И она 90 дней работала, не пропускала вебинары, приглашала свою команду. И как вы думаете, что получилось? Она обогнала своего спонсора, она обогнала 3 аплайнов и стала руби вперед их. Понимаете? Это ваш бизнес. Когда бы вы поняли, что это ваш бизнес, не вашего спонсора, понимаете? Я не смотрю на моего спонсора. Я смотрю вниз, потому что вот кого я пригласил, я взял ответственность, я обещал им помогать. Понимаете? Вы должны вниз смотреть, не наверх, а вниз, помочь своей команде. Только своей командой вы можете подняться наверх. Я когда зарегистрировался, Виталий уже был Green Diamond. Прислал мне видео, как он получает 15 тысяч. Он был почти Black Diamond, он потом через месяц-два стал Black Diamond. Прислал мне видео 30 тысяч.
И я сам себе сказал, я точно такое же видео сделаю через год. И я сделал. И сейчас я почти кроу. Потому что я думаю только о моих персональных и от моих тим-лидеров, которые мне звонят. Каждый из вас может стать даймоном, но сперва он должен поработать со своим спонсором и стать перлом, хотя бы, как минимум, перлом. А потом мне позвонить, как Кристи говорил, обращайтесь к Каспарову, он учился у миллиардера Декстера Ягера, поэтому за 33 года я ни разу не был ни в одном хайпе, ни в одной пирамиде, по крайней мере, я не рекламировал. Со мной никто не потерял ни одного цента. Ни один не может вам сказать, что он потерял со мной деньги, и ни один из вас, из ваших знакомых, не может вам сказать, что я забрал кого-то у кого-то. Если кто-то вам такое говорит, по двум причинам. Или он вам врет, или, что вполне возможно, он просто меня не знает, никогда со мной не работал. Но кто со мной работал, кто меня знает много лет, как Андрей Жариков, как Игорь Агишев, или Виктор, или Владимир, да, они все последовали за мной с другой программы, где я занимал самый высокий ранг в той компании и выступал пару раз на самом большом стадионе в Дубае, Coca-Cola-арена, и Владимир там был, и Виталий там был тоже со своей женой. Понимаете? Этот человек просто меня не знает. Поэтому никогда не верьте. Позвоните мне напрямую. Окей? У нас бизнес прозрачный. Когда я в Дубае бываю, я прям открываю мой бэк-офис. И вот сижу, допустим, с Кристи или с мистером Андерсоном или с Виталиком. И я показываю, голос начинает терять. Я показываю мою организацию. Еще что я хочу вам сказать. За 15 месяцев, что я в Мави, в Ультроне, ни один человек на Земле не имеет мою ссылку. Понимаете? Вы нигде не найдете. Ни на Фейсбуке у меня там две страницы, ни на Одноклассниках, ни на LinkedIn у меня там 30 тысяч учеников. Вот такую глупость только может сказать человек, который меня не знает. Или он просто отговорки сочиняет. Почему? Потому что нигде вы не найдете мою ссылку. Виталий знает. Он меня спрашивал, почему я никому не посылаю. Потому что я 33 года в индустрии, и я не хочу видеть посторонних в моей команде. Меня знают миллионы людей. Я создал много-много миллионеров, успешных людей, поэтому я приглашаю таких, как Андриан, который меня знает 22 года. А кто-то знает 25 лет, а кто-то знает 30 лет из самбейских времен. Женя, ты хотел что-то добавить? Тебя можно поздравить как Руби. Спасибо за интервью с Кристи. Шикарное интервью. Я знаю, что ты сейчас работаешь над переводом на английском, на еврейском. И мы тебя не слышим, у тебя микрофон закрыт. Никто тебя не слышит, у тебя микрофон закрыт. Она не это, она, наверное, по телефону разговаривает с кем-то. А, я понял, да, я понял. Она постоянно, как я, работает на Вот телефоне. она подняла руку.
Женя, ты хочешь что-то добавить? Ты слышал, что я говорил? Что спасибо за интервью? Она с кем-то разговаривает. Мне интересно, вот Андреас поднял руку, а вот он вообще по-русски понимает, кто его пригласил? Он с самого начала поднял руку. Сколько раз мы говорили, что все вопросы в конце? Мы отвечаем на вопросы в конце. У него до сих пор рука, наверное, случайно нажал или что. Интересно, напишите в чат, кто его пригласил, этого Андреас. Он, по-моему, из Греции или откуда-то имя такое европейское. Есть вопросы, ребята, пользуйтесь моментом, задавайте вопросы. Может, по промоушену что-то непонятно. Елена Чкалова, хочешь сказать что-то? Ты почти Эмера. Нам нужны женщины-даймоны. Мы с Андреем сделали короткий список, что кто из моих женщин-лидеров первый станет даймоном, кто станет вторым, кто станет третьим. Тот получит приз, который еще не знает. От меня будет очень хороший приз, окей? Okay? Елена, скажи пару слов. У тебя большая команда, ты почти Эмерак. Как тебе нравится? Добрый вечер всем. Спасибо за прекрасную презентацию. Каждый раз вдохновляет. Очень полезны такие встречи. Промоушены, конечно, это мега. Хотелось бы еще повторения. Но вот сейчас как раз-таки работаем, платежи делаем и так далее. Поэтому я говорю, ребята, воспользуйтесь таким, скажем, моментом. Мега-супер. И обязательно себе купите, сделайте такой подарок для себя от компании, от нашей дорогой компании. Всем желаю прекрасного настроения, больших профитов, самой лучшей команды, естественно, роста каждому. И еще раз хочу поблагодарить и Андрея, Юрия, Виталия за прекрасные вебинары, вдохновляющие, обучающие. Ну и компания, конечно, наша, она бьет все рекорды, и лучшей компании нет. Благодарю вас еще раз. 100% правильно. В четверг CEO компании Майкл говорил, что мы сейчас хотя вторые компании в мире по росту, но наша цель быть первыми в этом же году. Мы собираемся, сейчас у нас более 400 тысяч членов команды, но наша цель, чтобы наша комьюнити выросла в этом году до Нового года 1 000 000, и все это будет. Поэтому, ребята, поймите, никто не хочет опоздать на быстро идущий поезд, поэтому приглашайте людей на вебинар, не пропускайте. Окей? Юра, вы хотели, чтобы я что-то сказала, я до этого была в телефоне. Я видел, да, что ты была на телефоне. Я сказал, что ты сделал хорошую работу, хорошее интервью с нашим Кристи, и сейчас работаешь над переводом. Мы тобой гордимся. Да, было очень интересно. Это было очень интересно. И будут записи, мы поднимем часть у меня. Даже места на компьютере не хватило. Часть у него. Мы когда это поднимем, все это вы увидите и услышите. Это очень интересно, как человек шел. И неважно, сколько раз он падал, он поднимался. Неважно, сколько раз он падал, он поднимался. И он никогда не останавливался. Потому что, как он сказал для меня, поднять руки – это остановиться. Поэтому он не останавливался. Мы получили столько мотивации от этого. И я даже не знала, что он был тоже в Amway. Я не знала. И что был еще в другой компании, там, где мой Upline был тоже. И, World Ventures. Ну, необыкновенно. Я ее начинал, World Ventures. А они потом пришли. Первые два года я строил World Ventures. Я хозяина лично знаю, меня приглашал
когда лидеров приглашал, а твой спонсор и Кристи, они потом подключились. Ну да. Несколько лет. Да. Когда я уже пришел в другую команду. Я была очень растрогана этим интервью, но больше этого интервью, еще больше. У меня аж красные щеки, я еще до сих пор не ела с тех пор, настолько у меня энергия была высокая. Я получила сообщение, что в моей команде женщина, которую я засунула на 3 поста в прошлом промоушене, у нее 4 миллиона наших шекелей, это где-то миллион с чем-то долларов. Долгов, потому что она кому-то помогла и что называется, ее кинули. И она меня так обрадовала, она взяла суду в банке, потому что она поняла, что она вкладывает 12,5 тысяч долларов, и она получает на наши шекели, это получается 700 шекелей. 700 тысяч шекелей. Вот. Если, конечно, вырастет еще, так будет еще выше. И я просто там кричала у нас на кухне. Мне мой сын говорит, мама, кто-то подумает, что тут что-то включили. Женя, скажи, мы с Виталиком завтра тебя поздравим, как Руби. Да, да, да. Я даже не сомневаюсь. А давай пока Андриану слово дадим. Он вошел. Молодец. Он мне дал мотивацию. Адриан дал мне мотивацию думать про 12,5 благодаря вам. Он сейчас тебе вот еще раз. Он только на 12,5 подписывает. У него большинство на 12,5 заходили. Поэтому уже вчера я смотрел, там пару тысяч не хватает. Давай спросим его. У меня времени не было посмотреть бэк-офис. Спасибо. Я проверю, потому Виталий, что зашло, все вошло. Виталий, открой Андриану микрофон. Андриан, brother, welcome. And everybody want listen your testimony. Yesterday I look at, before I'm going to sleep, we did presentation together with Andrei Zharikov. And I look at your account, you got 5,000 short to become Blue Diamond. So tell us good news. We got Royal Ambassador Kristi today spoke with us. And so tell us, brother, when we can congratulate you, we can already congratulate you as a Blue Diamond, or it will be today. You got one day left. Yeah. Vitaly curious. Talk, brother. Okay, brother. Well, I just finished a meeting with a Ukrainian lady, and she committed to sign up, and we were gonna finish help her with the system, but I refuse to give her news that she wanna hear. So I said, I'll keep the crypto for myself, and you make up your mind. So we finished meeting without a success, but that's okay. You should invite on our webinar. All Ukrainians, no, they understand Russian language. No, because she said, Adrian, can I make my money in 2 months? I said, you have to look for some pyramid scheme, not here. Connect with me later. I will be spoke with her. I'll be talk with you know, well, our people, they trust. I speak her language, so she'll be trust me more. Translate to them what happened, because again, all I had to say is, you'll make a lot of money and just sign up. She signed up, but I didn't take her money. So you can translate. I will. I will be happy with her. And tell me, Joseph become Ruby, yeah, he was in Amway, he knows me 33 years, and Nicole, almost Ruby. Nicole is almost Ruby, and she was part of the team with me, Joseph, and Nicole, but we're just gonna find the right person who looks this for long term and not like quick money. Great. How about Roman? He also was in Amway. He knows me 33 years. He growing. Invite to our webinar. They all Jewish people, they understand Russian language. So we will. We're just too busy. Training? We're just too busy trying to get promotions. That's why. Okay. But keep in mind. Promote our webinar. Vitaly doing great job. Yes, Vitaly.
Absolutely. Yeah. How Thank you so much, Adrian. Promote. You're so close to Blue Diamond, and this is the year. This is the year I can see you can break $500,000 in commissions or even more. Thank you. Thank you. Possible. It's a team. It's a teamwork. So we have to help each other, motivate each other. Exactly. Yep. Teamwork make dream work. And Андриан абсолютно correct. I will be translate. Я всегда говорил, что Андриан говорит, что мы работаем одной семьей, мы работаем одной командой. Когда вы работаете в команде, когда вы в команде, все ваши мечты становятся правдой. Поэтому я всегда говорю, the teamwork make dream work. Андриан абсолютно correct. You want added something, Andrian, or you want you still working? Well, I can tell you one. I can tell you one thing. It's one thing to be a blue diamond, but it's very easy to be a blue diamond. But now we have a lot of responsibility to bring as many people up. So. I'm not worried about me being a blue diamond. Now I have to work with a lot of people, which I committed to a lot of people. I'm going to be there for them. Это не просто... только, кстати, да, скажи, Юра, Андриан говорит, что каждый может стать blue diamond, тем более с такими промоушенами, там ничего трудного нету. Но я, говорит, committed, по-русски это... Ну, как я, твердое решение, как бы я, вот, сейчас мы приглашаем... Обязался, я обязан, я обязан. Да, вот это слово я искал, обязался, вот, да. Приглашая много людей, помогать им тоже. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, вот как я помогаю, я же не думаю о себе, я думаю, чтобы мои... друзья росли, поднимались и так далее. Я им помогаю. Я о них думаю. Вот он то же самое, потому что наш бизнес дубликейшн. И он меня копирует, понимаете? И вот он тоже видит, какой у меня коммитмент, и у него точно такой же, он обязался помогать своим людям. Окей? Okay? Good job, Андрей. Good job. It's a big commitment. We have to commit our life, our time to other people. Он говорит, это очень хорошее и, с одной стороны, серьезное такое commitment, обязательство по-русски, что мы должны помочь большому количеству людей, иметь в виду нашим друзьям, соседям, родственникам и так далее, помочь тоже стать успешными. Это Андриан говорит. То, что я вам каждый день говорю. Make me proud, brother. Good job. I will be diamond, but I need to help a lot of people be diamonds, okay? Good Юра, job. Я хотел ему сказать спасибо, можно? Да, конечно. Адриан, I would like to thank you because you gave me the motivation about the 12 and half. And now my client, who is in debt of $1.5 million, like dollars, she started from the promotion was which was in the past just a few of hundred, and now today she ended with 12,500. She took a loan. She understood how much money she can take, she can make here, and because of you on the previous webinar with Yuri and Vitaly. I understood that I want to bring people to put this kind of money too. So thank you very much. You're welcome. Great job. You understand, Andrian? She heard your testimony. You bring most of your people for 12,500, and she got friend who she got a lot of debt, so she need get more money to pay debts, and she listened. Eugene, listen you and copy you and duplicate you and promote you and tell about if you want really finish it your debts quickly,
you have to start it right. And she took a loan from bank, and now it's history. She took a 12,500 package. Smart lady. I gave birthday present to my son, 30,000, so he can do the business or he can enjoy it. Good present. Very good present. Very good present. That's your money. Take it or leave it. Yeah. Very good present is the best present. I bought for 12,500 for my daughter on her birthday because, you know, when you give money to young people, they spending, you know. And I better invest in her future and money will be started growing, growing, growing. And when she decide married, maybe in a couple years, she got millions of dollars coming on her wedding profit. This is the best investment to our children. Yeah, we just have to keep building community, that's all. Good job, brother. All right. Teamwork make dream work. Always. Nice. Thank you. Thank you very much. Thank you, Andrea. Thank you very much. Somebody got question, guys. Because we got one day left, let's go work. If you don't have question, I got Юра, a надо lot перевести. Of people. Надо перевести людям. Окей, сори. You need to translate. Не видела, я был вчера на вебинаре 4 часа. Андрей, 4 o'clock, I will be helping Андрей Жариков doing webinar 4 o'clock. Again, I slept like less than 4 o'clock yesterday. So I need to speak Russian and I'm speak English. I imagine. Женя, remind me. I translated today to two languages, Hebrew and Russian. make me proud. Да, ребята, я хотел сказать, что остался один день, там 30 часов. И если вопросов нету у вас, то давайте пойдем работать, потому что у меня телефон разрывается. Надо помогать другим, делать тройные звонки, помогать покупать пакеты. Юра, я хочу только объяснить людям, что произошло здесь. Благодаря тому, что я услышала, что Адриан напомнил, что он вводил людей по 12,5, я этого тоже захотела. Когда я захотела и решила, тогда это произошло. Поэтому каждый может. Только абсолютно надо понять правильно. И захотеть. Окей? Okay? Понять и захотеть. Игорь Агишев. Игорь Агишев в своем интервью, помнишь, в Турции говорил, он здесь с нами, он сейчас может тоже пару слов добавить. И Андрей Жариков в Турции его спрашивал, вот ты, у тебя ранги быстро, ты скакал наверх очень быстро, потому что ты начал с 5000. И Игорь сказал, 90% его персональных его копировали, дублировали и тоже начали с 5000. И он быстро стал сапфиром, руби. Вот. И Андрей спрашивает его, что а люди, которые сфокусировались неправильно, допустим, на $100, то, конечно, у них ранги будут идти очень-очень-очень медленно, поэтому, потому что фокус неправильный. И абсолютно ты правильно сказала, что ты послушала, как Андриан быстро за 2 недели стал даймоном. Почему? Потому что у него ни одного человека в то время не было за 100. Он сам зашел на 30 тысяч. Его люди спрашивали, как ты заходил, и кто-то его повторил, взял 30 тысяч пакет, но большинство начали заходить на 12,5, 12,5, 5 тысяч. Вот, поэтому это очень важно, вот на что ты сфокусировался, поэтому мой линк, приглашенный, да, я никому не посылаю, никто не имеет вообще в мире. Я никому не послал, ни одному человеку. Вот. Потому что
Я знаю многих людей, многих лидеров я создал, и я предпочитаю работать с лидерами. У меня нет времени объяснять, почему кому-то нужен пассивный доход, поэтому я стараюсь посторонними не работать, посторонних не приглашаю. Вот. Только тех, которых я знаю, как Андриан, их невозможности, что они могут. Андрей Жариков вам рассказывал его историю. Когда я его пригласил в наш дубайский офис, познакомил с нашим партнером Ролом Балсадором, и я сказал, познакомься, это мой старый товарищ, лидер из России, и он будет следующий даймон, он будет следующий мой даймон, но правда он об этом еще ничего не знает. Андрей улыбнулся, это потом мне сказал, это как эта пословица, как меня женили, как бы без меня женили, как бы, ну, вы понимаете. Но факт, что я видел, потому что я знал его потенциал, его возможности, да. Юра, это очень помогает. Это очень помогает, потому что вы знаете, что дорога может быть намного проще, чем нам кажется, потому что мы это не видим еще с нашей колокольни. Поэтому... А я-то вижу. Я же вижу, конечно. Я много лет это делаю. Поэтому... Я себя знаю, я знаю, как я помогаю, я знаю, что он будет даймон. Я вчера одной персональной сказал, она может подтвердить, она тоже здесь на вебинаре, что ты будешь даймоном. Она говорит, я верю, потому что вот такая моя уверенность, и как я ей помогаю, она видит, как я ей помогаю, поэтому... Ваша вера, да. Это так приятно, когда кто-то в тебя верит, и кто-то тебе желает, и вы постоянно говорите, давай, иди вперед, да. Я тебе в Будапеште говорил, что ты будешь даймоном в этом году. То же самое я сказал Виктору, когда я его пригласил в наш этот офис, ему все понравилось, и я ему сказал, ты будешь даймоном в этом году, это было в прошлом году, да, а он мне сказал... Вот когда я стану даймоном, тогда я в это поверю. То есть я в его верил, а он еще сомневался, потому что у него был такой экспириенс до этого. Я потом он через полгода стал даймоном. Замечательно. Это все так и было. Я подтверждаю. Я свидетель, да. Поэтому у нас ждут... Нас ждут замечательные мероприятия, нас ждут в этом году очень много международных конференций. Я увижу вас на круизах, я увижу вас в Кабо-Сан-Лукас, Мексико. Вы сейчас можете квалифицироваться, становитесь Руби и можете сюда лететь. Компания вас полностью оплачивает 5-звездочную гостиницу. И международные спикеры там просто наметьте себе лететь туда в мае месяце, чтобы ваш бизнес взорвался в этом году. Будет много международных конференций, покупайте билет уже сейчас в Барселону, чтобы вам достался билет, он будет 3 дня в Барселоне в октябре месяце. Вот, все билеты, которые есть в бэк-офисе, купите их там за $50, по-моему, билет, чтобы у вас был. Вот, и наметьте себе план попасть туда, на это мероприятие, потому что только там вы поймете всю мощь того, что мы строим, и это станет еще более реально для вас, чем просто находясь дома и никогда не видя вживую тех людей, которые строят эту компанию. Я тебе передал хост. Мне пора, да, Юра. Спасибо. Спасибо, Виталий. Продолжай вебинар. Практически... Всем удачи. Да, всем мы заканчиваем. Я хотел добавить вот про круиз, который Виталий говорил. Старайтесь, смотрите у себя в бэк-офисе ваш прогресс, да. У меня уже он давно выполнен, на каюту с балконом на 2 человека и $400 плюс нам дают на дорогу. И вы то же самое все это можете тоже выполнить. И у меня на другую поездку тоже уже выполнено. В Мексике у меня все выполнено, чтобы для тап-даймонов, как я, попасть в Мексику бесплатно, в Кабу, компания все оплачивает. Мне нужно иметь 1 руби в одной ноге, 2 руби в другой ноге. И у меня есть, у меня
я не знаю, уже 17 рублей, наверное. Вот, поэтому вы тоже это все можете сделать, становитесь руби. У вас должен быть один перл в одной ноге, другой перл в другой ноге, и вы едете тоже бесплатно. Или стали эмеральд, тогда у вас должен быть сапфир, или стали даймоном, у вас должен быть, по-моему, хотя бы один руби, надо почитайте. Ну, короче, приглашайте людей, только в команде можно стать руби, эмеральд, даймонд и идти вперед. Игорь, хочешь пару слов сказать? Я вчера смотрел, ты почти эмеральд, там пару тысяч тебе не хватает. Может быть, тебя уже можно поздравить, я даже не знаю, времени не было. Вчера опять 4 часа спал. Микрофон включи. Или я должен тебя включить? Добрый день всем. Меня хорошо слышно? Очень хорошо. Скажи, ты доволен промоушеном? Как Андрей Жариков тебя в Турции спрашивал. Скажи пару слов, как важно вообще на эти ивенты приезжать? Вот видеть большое пикче, видеть наш аплайн, Black Diamond, Crown, Double Crown, как сегодня Royal Ambassador выступал. Как это все важно, не пропускать такие вебинары? Скажи. Тут сразу много вопросов и много сразу ответов. Главное, эмоции при этом. Дело в том, что, ну, многие замечают, наверное, что я стараюсь быть на всех вебинарах, но это не потому, что я не понимаю, скажем там, что-то в наших программах. Я это, естественно, хорошо знаю. Просто для себя, как человека, ну, все тут знают, что я не сетевик и так далее, да, для меня вот лично все вот вебинары, все ивенты и так далее, они являются такой моральной поддержкой, да? То есть оно дает какие-то дополнительные силы, какую-то энергию, благодаря которой хочется двигаться дальше, 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 дальше и дальше, и не останавливаться. И вот это, наверное, всем надо понимать, ощущать, и для этого нужно присутствовать. Потому что когда мы здесь, вот мы здесь поднимаем свой дух, мы видим успехи других, мы автоматом начинаем помогать другим людям, даже, ну, вот, как пример сегодня, да, человек со стороны был, он обратился ко мне, потому что, ну, его спонсор не работал с ним, ну, хотел купить девушка, хотела купить на 2 по 500. Я ей простыми словами объяснил, что лучше купить на 1,5, это же выгоднее, получить 3000 вместо условных 500. Вроде бы как бы это всегда говорилось на вебинарах, да, то есть это же, ну, часто подчеркивается одним человеком, да, но насколько дух человека, он хочет слышать от разных людей информацию, то есть и это играет роль. И она написала, да, я подумала, действительно, действительно, это же логично, и купила на 1500. Вот, а если, ну, она бы, допустим, не обратилась ко мне. Вот спонсоры не смогли донести, да? То получается, она бы взяла, получила бы свои 500, потратила-то почти те же самые деньги. То есть, ну что там, доложить еще 500, но получила бы она всего лишь 500, а тут получит, да, по этому, как на 3000, это же красота. Так вот, когда мы находимся вот в таких вебинарах, задаем какие-то вопросы, которых, ну, может быть, не услышали, не разобрались или так далее. Понятно, ну, у некоторых не будем тыкать пальцами, например, у меня есть суперспонсор, это я ему могу задать вопрос, но не у всех есть суперспонсоры. И это играет роль. Вот когда появляешься на, ну, на каком-нибудь ивенте и слышишь, вот, например, я вот услышал Саида. Саид, он на нашей ветке, да? Но, да, и он разговаривает по-английски, я по-английски не понимаю, но благодаря переводчикам, да и, в принципе, наверное, даже на эмоциональном этом фоне, ты понимаешь, где и что. Ты этого услышал бы, может быть, в вебинаре, но это было бы не так. Важно
важно чувствовать вот эту атмосферу. Для этого в нее надо погрузиться. Когда ты погружаешься в эту атмосферу, ты становишься непобедимым. Юрий неостанавливаемый, а мы непобедимые, потому что мы в этой команде Immortal. Поэтому советую всем всегда присутствовать Процентов. максимально, максимально давать себе возможность быть на вебинарах, на ивентах и так далее. Это даст вам дополнительную энергию к цели прийти. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь. Все правильно ты говорил. Шикарная тестимония. И еще ты заходишь на вебинары, потому что у тебя команда, и ты хочешь, чтобы твоя команда тебя видела, что ты на вебинаре. И тогда они тоже заходят, потому что мы, наш бизнес дубликейшн, копирование, и ты вот копируешь меня, а они копируют тебя. Вот, ребята, вы это поняли, почему надо быть на вебинаре? По нескольким разным причинам. И то, что Игорь сказал, и то, что Женя говорила, и другие, что, во-первых, вы зажигаетесь от других примеров, как вот мы поздравляем постоянно новые ранги, вы видите видео, я ставлю там в телеграм-канал. Еще раз поздравляю Галину Самойленко. Стала Руби вчера, окей? И то же самое, все это уже она будет ехать в Мексику, она мне сказала вчера, я ее поздравил. И то же самое, все возможно для вас. То же самое, все возможно для вас. Окей? Поэтому не пропускайте Этот вебинары. маринад, Юра, этот маринад, он просто незаменимый. Это дает столько энергии, как Игорь сказал, это дает столько энергии, это дает столько эмоций. Мы к этому уже можем как бы пристраститься, наверное, по-русски можно правильно сказать, я не надеюсь. Потому что это просто двигает нас вперед, это дает нам пример, это дает нам возможность спрашивать вопросы. Окей, вот я сейчас говорила с кем-то, и Виктор говорил до того, он мне напомнил, что я должна была вернуться, перезвонить. У меня есть одна, которая хочет инвестировать. И вот я благодаря тому, что он этому напомнил, я ей позвонила. И она говорит мне, я вот я говорила со своим мужем, это, конечно, слышно хорошо, но вот мне надо знать, что вы даете, на что я должна подписываться, что я получаю. Я сказала так, запиши мне, я передам Виталику, и он мне даст ответ. Запиши мне свой вопрос. И вот если бы это было уже такое, что я могу вас спросить, то, чтобы я могла это откорректировать, я бы вас спросила. Но дело в том, что даже зайти мне напомнил Виктор, что я должна была ей позвонить, что я услышала, что он сказал говорить про инвестора. Вот упало слово и позвонила. Окей? И самое Простой пример, главное... почему важно посещать наши вебинары разных спикеров. Вот некоторые не понимают, Женя, да? Вот как бы человек мне говорит, да, вот сори, не растет. Он не растет. Но я-то со стороны вижу все ошибки. А почему не растет? Отрезал свою команду, отрезал от своего спонсора. Сам заходит на вебинары, сам заходит на вебинары. Берет информацию, все берет. А его людей на вебинаре я не вижу вообще. Понимаешь? А я говорю на всех вебинарах, что мы работаем одной семьей, мы работаем одной командой, и вы можете расти только со своей командой. А если вас, вашей команды на вебинаре нету, а как вы собираетесь расти? Да? Я смотрю, месяц прошел, ничего не происходит. И я говорю, и когда иногда ты говоришь правду, человек обижается или не понимает, что я хочу, чтобы все процветали. Я уже несколько раз говорил, я когда у меня такое не было счастья, вот зумы там с разных стран заходят, ватсапы, скайпы, ничего это у меня не было, когда я Amway строил. И я И обогнал телефонов не 37 было. Надо было, наверное, американцев. по дверям стучаться, да? Телефонов Да, еще не было. да. И телефонов, смартфонов тоже не было. Окей? И я вот ехал к моему Double Diamond на консультацию. И он мне комплименты, потому что я обогнал 37 спящих американцев. И мой спонсор вообще бросил бизнес в самом начале. И он мне комплименты говорит, они там на 5-6 лет раньше меня подписались, я обогнал, прогнал, и он мне говорит, вот ты там такой-сякой, хороший, у тебя большое сердце, ты помогаешь всем.
Женя, а я его останавливаю, я его останавливаю, потому что я сам про себя знаю, мне не нужно вот это еще какая-то реклама, и я его останавливаю и говорю, да, вы правы, у меня большое сердце, и как вот Андрей говорил, да, это он от меня тоже научился, Андрей, что у меня большая ответственность за моих людей, которых я пригласил, я хочу, чтобы они процветали. Скажите мне, что я неправильно делаю. Я тоже хочу быть, как вы, Double Diamond, да, и так далее, помочь создать много даймонов и так далее. То есть я его просил, скажите мне, что я неправильно делаю. А я со стороны колоссальный экспириенс, 33 года, да, как Кристи говорил, учился у миллиардера Декстера Ягера, поэтому не был ни в каких хайпов, пирамидах, ничего я не рекламировал, никакие пирамиды. Никто со мной ничего не терял. И я со стороны вижу все ошибки, и я подсказываю, и вместо спасибо кто-то обижается, Юра, говорю, Юра, соедини со мной, как я Света, помогу, не Юра, как соединяю. Света написала, Юра, как Света написала, когда спонсор хочет, это неплохо. Главное, чтобы партнер хотел. Порой наши хотелки не совпадают с возможностями и целями наших партнеров, возвращаем других, возращиваем других. Она Скачиваем права, это других. то, что я вам. То, что я вам Абсолютно хотела сказать, правильно. люди не всегда к этому готовы, неважно, сколько мы будем Я все толкать это их. знаю. У меня есть две, которым я звоню постоянно. Так вот одна, видно, она за кулисами, у нее даже WhatsApp нет, она по Телеграму смотрит, все, что я ставлю, я открыла две команды, и в Телеграме, и в WhatsApp. И вот она говорит, я все смотрю, несмотря на то, что она работает с утра и до ночи, и она подключается параллельно, я ей звоню, ты заходи, заходи, заходи. А другая, я звоню, не заходит. Ну что я могу сделать? Я делаю все свое, что я могу, моя совесть чиста. Самое главное, чтобы наша совесть была чиста. А другие люди... Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Не, потом, это я вначале тебе говорю, в Amway я помогал всем, но потом у меня, я уже когда английский пришел, и я проходил консультацию с Double Diamond и с Декстером Ягером пару раз, как стать двойным даймоном, и я понял, он мне объяснил, не Зачем ты все, на нее затрачивал он мне энергию, говорил, скажи? Он сын Джулиоза. да, Зачем силы затрачивать микрофон на нужно кого-то? закрыть. Надо закрыть микрофон. Да. Закройте микрофон, пожалуйста. Понимаю Я мысль закончу. его. Да, мы сейчас его с этим Я десертом. мысль закрою. Мысль закончу. И вот мой учитель великий Декстер Ягер говорил, Юра, да, я тебя понимаю. Ты напоминаешь меня, когда я начинал Amway, у тебя большое сердце. Ты Он хочешь всем... единственный был в Но он Америке говорил, это русскоговорящий, неправильно. уехал Я со сейчас 100 очень долларов в важные вещи кармане, говорю. и как он поднял, он многие Вы можете компании поднял микрофон на очень закрыть? высокий уровень. И там он выучил в совершенстве английский язык. Давайте мы Хинцунцзюю, лучше вот ее как послушаем. это, он хочет, чтобы ему мальчика родили. Вот Каспаров, который сейчас выступает. Вот. А его жена, она его доила и сидела сложа ручки. А теща указывала, что ему делать. Но он все это пронаблюдал. Что? Микрофон закройте, пожалуйста, все слышат. Так Он вот, все это Декстер Ягер мне пронаблюдал, говорил, а потом выпроводил ее. ребята, слушайте внимательно, это очень интересно, вы можете Это был поучиться на мальчик, этом. да? Да, поводу еще. Юра, Значит, закройте микрофон сначала. Закройте кому-то там микрофон сначала, потому что это мешает. Ему нужна хороший та, которая ему родит. Это он говорит, да? вопрос. Он это не говорит, это наша Чикалова, говорит Елена. Но Елена Девочки, сейчас... закройте там сказал, что микрофон. У кого тишка микрофон и открытый? Бурбулас. Закрывайте Сейчас я микрофон. посмотрю. Сейчас я посмотрю. Зинаида, мы вас все слышим. Зинаида, выключите микрофон. Алексей. А разве он у меня включен? А мы за вас Он у переживаем, вас Юра. включен, мы вас очень Мы хорошо вас слышим. хотим Все, что вы женить, рассказываете, мы Юра, все мы вам слышим. невесту ищем. Мы Я понимаю. беспокоимся за вас. У вас Дайте я должен быть стану наследник. амбассадором. Дайте мне стать амбассадором, потом будете искать. Спасибо, Зинаида. Я просто сейчас хорошие вещи говорю. Вот вы послушайте и что-то учитесь на моих ошибках, как говорится. Окей?
Так вот, что я хотел сказать. Декстер Ягер мне сказал, когда у меня консультация была, что он говорит: Юра, вот как раз на эту тему мы говорили, что вот как бы он мне говорит, ты хочешь помочь, а он говорит, ты можешь помочь только человеку, который созрел, который хочет сам себе помочь. Как ты будешь знать, кто хочет сам себе помочь? Это кто тебе звонит, да? Этот, как ты и все мои даймоны, которые мне звонили, поэтому они стали даймоны. Вот. И он говорит, кто тебе звонит утром, днем, ночью, вечером и просит делать тройные звонки, задают какие-то вопросы, хочет что-то понять, заходит на твои презентации. Вот этому человеку помоги. А тот, который не созрел, Светлана абсолютно правильно пишет, у нее большой тоже экспириенс 30 лет. А тот, который не созрел, просто такого мы оставляем, окей? И он сам там копошится, как вот, знаешь, отец меня в бассейн бросил и говорит, плыви. Ну, варианта нету, надо плыть. И я стал плыть, окей? И вот так вот я учился. Так вот, есть такой вариант, который я в Amway проходил, потому что мой спонсор бросил бизнес, мне никто не помогал, мне никто не исправлял мои ошибки, меня никто не направлял. Я учился на своих ошибках. Но таких мало, которые имеют такую сильную волю, характер такой сильный, не сдаются, потому что у меня даже такой мысли не было, чтобы бросить, потому что трудно. Я потерял отца, когда я был подростком, поэтому для меня никто ничего не сделал. Я всю жизнь сам себя создавал. Поэтому очень важно преподать. Декстер Ягер мне говорил, что вы хотите, чтобы вам ментор, ваш бизнес-наставник помогал, вы должны его хорошо преподать, или по-русски правильное слово преподнести. Представить, Некоторые как бы по старинке говорят, продать да. это неправильно. Окей? Представить. Это неправильно. Хорошо представить. Понимаете? Вот. Поэтому я что вас сейчас учу? Я вас учу ловить большую рыбу, но надо же это все правильно понимать и следовать этим инструкциям, потому что я помню, когда я первый раз приехал на консультацию моему Executive Diamond, а я ехал 5-6 часов, он там на вилле живет, там яхта у него, там собственный самолет и так далее. Далеко, да, я ехал от Нью-Йорка 5-6 часов к нему. И, естественно, ты когда в 6 часов дороги, ты голодный. И он открывает, Женя, такой большой холодильник. Ребята, слушайте, это будет уроком для вас тоже. Открывает большой холодильник, и что я там вижу? Красная икра, черная икра, там, что только там нету. И он говорит, Юра, ты вот 6 часов ехал с Нью-Йорка, ты, наверное, голодный. А я про себя думаю, меня предупредили, что американцы холодные, не такие, как у меня мама, ну вообще, все мои друзья ее обожали. У меня были двери просто открытые. Одни друзья заходили, другие выходили. Она никого не выпускала, пока не накормит, да? Но у нее такой характер, персональность. И он мне открывает холодильник, а я про себя думаю, а меня предупреждали, что американцы холодные, а он мне холодильник открывает. Я подумал, сейчас он меня будет кормить. Знаешь, что он сделал? Он как открыл, он так и закрыл. Слушай, что он говорит. Ну, по-английски я перевожу. Он говорит, моя задача, как настоящего бизнес-наставника, не накормить тебя сейчас, а через 5-6 часов ты поедешь домой, приедешь домой и скажешь, мама, я голодный. А моя задача, как настоящего бизнес-наставника, тебя научить ловить большую рыбу, что когда меня еще не будет, я потом, мы потом узнали через год, потому что мы его потеряли. Оказывается, у него был рак груди, он курил прям. В тот день очень многие лидеры бросили курить. Он курил прямо одну потушит, другую, и никто ему ни слова сказать не мог. Он, как я был, деперсоналити, даже жена молчала, вообще двое дочек. И
И мы его так рано потеряли, 52 года. Представляешь, он был бывший вайс-президент IBM Company. С нуля поднялся вайс-президент. Я его спросил, почему вы начали делать Samway? Он говорит, а я в 32 года стал вайс-президент IBM Company, это миллиардная компания. А уже я Amway вошел, когда мне было 37, я понял, что я уже достиг своего потолка. Как меня спрашивают, а почему я остановился, вчера меня спросили, почему я остановился, перестал Дези рекламировать. А я говорю, а какой смысл мне Дези рекламировать? Я три года и три месяца занимаю там самый высокий ранг. Да хоть я туда 100 тысяч человек проведу, мой ранг никак не поменяется, окей? А здесь у вас карьера напоминает мне Amway. В Amway то же самое было. Silver, Gold, Pearl, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, Kron, Kron Ambassador и так далее. Понимаете? Это все мне напоминает. И вот все, что я в Amway не успел сделать, потому что негативная теща приехала. Такой фильм есть. Как бы теща приехала. И я не успел это сделать. Я здесь это сделаю. Потому что сейчас мне, слава богу, уже жены нету, и никто на нее негативно не влияет и так далее. И очень важно, ребята, иметь вокруг вас позитивное, как это называется, среда по-русски вокруг вас, вот в вашей семье, в вашем окружении, чтобы был позитив, потому что если кто-то вам завидует, или кто-то негатив говорит, или про вас вы помогаете, всю жизнь помогаете людям, а кто-то еще грязью поливает или что, то невозможно расти в такой атмосфере, в такой обстановке. Я это понимал, поэтому я все им оставил и повернулся, уехал в другую сторону. Понимаете? И правильно сделал. Потому что я ради дочери, я понимал, если я это не сделаю, никто не сделает. Никто. Я помню, когда она меня пригласила. Потому что вы знали, что только вы ответственны за свою жизнь, за свою абсолютно судьбу. И за мою поэтому дочку. Мы берем да, за это ответственность, и я это чувствовала, я говорит, своего мужа тоже на место ставлю. Я тоже чувствовала, что если не пойдет в ту сторону, куда надо, тоже будем расходиться, и так сказала. Потому что я ему сказала, я с тобой хочу стареть твоей версией, с которой я познакомилась, а не с той, которая сейчас, не с отрицательной версией, так что давай вперед обратно. Потому что, может быть, кто-то это влияет очень на него, и бывают не только такие тещи, как бы селфиш, эгоисты, бывают и свекрови тоже. У меня, допустим, есть Юра, старший сестра. Юра, ее муж мою маму называл хватало мамой, потому что моя мама всю жизнь им помогала. Юра, достаточно, чтобы у человека не хватало железа в крови или B12, у него уже мысли идут не в ту сторону. Он долго ждал, чтобы делать анализ крови, я его гнала на анализ крови, как я и думала. Не хватало железа. Все, теперь он берет железо. Давай ему железо, и он будет становиться железным. Наверное, у меня очень много железа, что невозможно меня остановить просто. Невозможно. Ребята, вы когда начинаете, вот вы когда... Почему надо важно на ивенты приезжать? Да, вот я Женю понимаю, ее остановить невозможно тоже. Потому что она была в Будапеште, она была в Дубае с нами и так далее. И вот когда вы приезжаете на ивент, и вот видите большой такой picture, и основатели компании выступают, выходят на сцену Black Diamond, Кроны, Амбассадоры и так далее выступают, и вы понимаете, люди разные, разные национальности, с разных стран. И вот сейчас вы видели Кристи. Я объездил всю Европу вдоль и поперек. Знаете, какая самая бедная страна была в советское время? Вот у нас был Варшавский договор, да? Я везде был. Я был несколько раз, 3-4 раза в Праге, я был везде.
да, в Болгарии 3 раза, и в других странах, в Венгрии, в Румынии, в Югославии, в Польше, самая бедная страна в то время, начало 80-х, середина 80-х, это была Румыния. Понимаете? И он, я его уважаю, что он, ну, у нас большая структура, и, естественно, мы все работаем одной семьей, одной командой, и он поднимается наверх. Но чем выше он поднимается, тем скромнее он становится. Вот смотрите, Женя еще не руби, да? Еще не даймонд. Но она попросила его интервью, он мог бы отказать, сказать, у меня там 200 даймондов или 250 даймондов, но он согласился, потому что он знает, что она из моей команды, и это очень важно для нашей команды, для всей команды. Это очень важно. Как Женя брала интервью в Дубае со мной. Окей? Вот. Поэтому один день мой учитель правильно говорил, что негативный экспириенс, негативный опыт, негативный экспириенс, негативный опыт, это тоже опыт. Сделайте выводы из этого и идите вперед. Правильно вон там Горелов пишет, умные люди. Потому что кто-то вон там по телевизору передали, Женя, один пошел там тещу убил. Зачем? Наоборот, вот Горелов пишет, что один день я теще спасибо скажу. Знаете почему? Потому что я бью все рекорды. Понимаете? Что, во-первых, Юра, в первую очередь Юра, доказать уже... мне, доказать Юра. Мне, доказать моей бывшей жене или моей дочери, понимаете, что она не права, потому что моя мама, когда приехала, я ее вытащил, вызвал, и она моей теще сказала в лицо, я таких людей, как вы, в жизни не видела. Почему моя мама так сказала? Потому что моя мама, у моей сестры очень много детей. Да? Каждый отец хочет сына. Вот у меня до сих пор сына нет. А моя дочка родила девочку. Через 1,5 года девочка вторая. Через 1,5 года девочка. Ну, просто ей не повезло. 4 девочек подряд, как это в фильме. Помнишь, итальянцы в России, когда он звонит в роддом узнать, что у него сын, а у него 6 дочек. И опять ему говорит, девочка, он говорит, приеду, убью. Ну, это комедия, конечно. Вот, и потом только 5-й появился мальчик. И моя мама помогала, потому что она понимала, что ей трудно, знаешь, когда прям подряд... Многодетная, это уже эти... многодетная мать. Вы в Союзе давали... Да, давали моя сестра, молодец, медалями. Трех детей давали уже награду. Да. У нее медаль есть. Многодетная мать. И, но факт, что она молодой вышла замуж, да, 19 лет ей не было еще. И моя мама ей очень... Ну, всех ее детей... Моя мама подняла, понимаешь, помогала. Поэтому вот мою маму так воспитали, что семья, Бог и семья первые должны быть, понимаешь? И вот, а та, наоборот, как бы я содержу ее дочку, я содержу внучку, да? Ее дочка нигде не работает по образованию педагога языка. В бизнесе мне не помогает. За место сказать спасибо, какие-то хорошие слова, мне там, я не знаю, 25 стихов посвящено. Люди посвятили, абсолютно посторонние. Пришел, увидел, победил и так далее. И все это она видела. А ни разу спасибо не услышал. Ты считаешь, что это нормально? Это абсолютно ненормально. Нельзя, как народная пословица говорит, нельзя пилить сук, на котором ты сидишь, нельзя плевать в колодец, которого ты собираешься пить. И она думала, всегда это так будет, будет меня использовать. Нет, я повернулся и ушел. И все. И столько лет прошло, 28 лет,
Она до сих пор не замужем. Я понимаю, почему. Потому что когда моя мама ее пушила, что, слушай, ну, еще давно, имеется в виду, 20 лет назад, чтобы она от меня избавилась, как бы я там платил большой алимент. И она ей говорит, слушай, ты еще молодая, у тебя шикарный английский язык, педагогического языка, иди, выходи замуж. Знаешь, как она отвечала моей маме? А вы что думаете, там на улице валяются такие, как Юра, я не подобрала? Ой, как моя мама начала кричать на нее. Говорит, я знаю, как я воспитала своего сына, да таких, как Юра, вообще нету. И я его уговорила жениться на тебе, он вообще тебя не знал. У тебя был шанс, чтобы он тебя полюбил, но ты слушала свою маму и ничего не делала. Она даже со мной с английским не занималась, но это вообще непонятно. Я вон посторонним людям, они мне говорят, мне надо улучшить английский язык. Я говорю, хорошо, звоните. Они мне звонят, а я с ними по-английски. А мне по-русски, да, говорят, вопросы этот, а я им ответы по-английски. Вот. Почему бы нет? Понимаете, вы хотите быть суперуспешным, вы должны делиться своими знаниями во всех областях, не только в бизнесе. Сколько советов я давал, сколько семей я соединил, а сколько у меня есть хорошие психологи в бизнесе, они мне говорят, Юра, все, что ты делаешь, мы за это берем $350 в час, а ты делаешь это бесплатно, убираешь мусор здесь с головы, когда мне приводят, говорят, вот человеку депрессия. Убираешь мусор здесь с головы, вставляешь туда dreams, мечты, цели, и вперед, и мы за это большие деньги берем. Меня деньги вообще не интересуют. Абсолютно не интересуют. Я эту проблему решил 30 лет назад. Не за это я захожу в 3 часа ночи, 4 утра, как ты говоришь. Здоровье намного важнее. Просто я искренне хочу, чтобы наши все люди процветали. Именно наши люди. Понимаешь? Потому что, хотя у меня большая американская команда, но я больше уделяю нашей русскоязычной команде. Почему? Вот один умный японец меня спросил в Токио, Юра, а почему ты помогаешь людям? Как ты думаешь, какой ответ был? У людей разные ответы. У меня ответ, он был в шоке. Говорит, про тебя книги надо писать, как Роберт Киосаки мне говорил. Я про таких, как ты, книги пишу. Я ему сказал по одной причине, потому что мне никто не помогал. Да, Юра, это надо уметь ценить, конечно. И... Но не все ценят. Не все ценят, но то, что я эгоисты, вам советую... они, вот как моя бывшая теща, и, естественно, яблоко от яблони далеко не упало, бывшая жена, они, есть такая категория людей, которые только берут, обратно да. Ничего не дают. Такая категория, как говорят, кровь твою пьют, энергию забирают, понимаешь? Отрицательные вот. Пылесосы. Отрицательные чем пылесосы. Больше ты им делаешь, чем больше ты делаешь, тем больше они не ценят, считают, mm-hmm. что это так и должно быть. Вот. Юра, поэтому надо ставить людям границы и рамки. И надо уметь to let go, отпустить это. Отпустить, просто отпустить это с памяти, отпустить это. Отпустил. Экспириенса, и то же самое с теми, которые не заходят на вебинары. Вы помогаете достаточно вот так вот. Тем, достаточно кто тут... людей, которые заходят, и вот этим мы поможем. Но просто я в заключение скажу, когда вот журналисты статью делали про меня, да, там в Success журнал, такой журнал есть в Америке, успеха. Успех из дома, да, и там была фотография, статья, и InBusiness журнал, многие мои видели в Дубае, InBusiness журнал, моя фотография на обложке, и там статья внутри. И вот когда они мне задавали вопрос, в предыдущей программе я создал 39 миллионеров. И они мне говорили, ну у вас большая организация. Вот. А почему 39 миллионеров? Почему не 30, почему не 40, почему не 50? Почему именно 39 миллионеров?
Как думаешь, какой ответ был? Кто позвонил мне, кто хотел, тот и стал. Поэтому я говорю, ты будешь Даймоном. Поэтому я говорю, что Елена Чкалова будет Даймоном. Поэтому я говорю, что Светлана будет Даймоном. Потому что кто ко мне звонит, тот и станет Даймоном. Да? Мария Овсенко станет Даймоном. Потому что дурак, она звонит. Кто на самом деле хочет, тот и будет. Кто хочет, кто на самом деле, тот и будет. Потому что люди в мыслях это притягивают. Мы в мыслях это притягиваем. Это как магнит, окей? Это как магнит. И надо просто не сосредоточиваться на отрицательном, надо этому облаку отрицательному дать пройти, потому что каждая мысль, которую мы держим 16-17 секунд в нашем мозгу, она задерживается, она притягивает еще одну такую мысль такого же плана. Поэтому бороться, воевать с этим не надо, потому что когда вы боретесь и воюете с отрицательными мыслями, вы их задерживаете внутри. Вы просто должны обратить внимание, открыть глаза, поднять глаза и посмотреть, за что я говорю спасибо сейчас. Все, что есть вокруг. Я захожу в ванную, в туалет, по квартире, я говорю спасибо за все, что я вижу на своих глазах. Достаточно вокруг меня позитивных лидеров, которые хотят стать даймонами, и я помогаю всем, никому не отказываю. Анжела звонит, я помогаю, она будет даймоном. Кто звонит, тот и становится даймоном. Вчера Галина Самойленко звонила. Все, кто звонит, всем я помогаю, никому не отказываю. Но сперва, ребята, вы должны стать перлом, показать мне, потому что в сутки 24 часа, и я не могу всем помогать. Я могу помогать только тем, которые сами себе хотят помочь. Значит, вы хотите стать даймонами? Станьте перлом, станьте сафиром. Вот адвоката Галины Самойленко, спонсора адвоката, за один день я сделал сафиром. Он хотел, соединил со мной 10 человек, говорит, что надо делать? Я говорю, соедини. Окей? Он соединил 10 человек. Всех 10 я подписал. Всех 10. Хотя это были не сетевики, это не были... Это были бывшие прокуроры, адвокаты, судьи. Представляешь, с какими людьми он соединял? Со своими коллегами. Но он меня хорошо представил, и некоторые зашли на 12,5 тысяч. Но большинство людей зашли на 5 тысяч. И он за один день стал сафиром, потом через пару недель руби. Очень быстро тоже поднимался. Поэтому кому когда надо, кто хочет подняться, тот звонит. Становитесь сафирами. До того, а потом Юра, звоните, до того, я Виктор, тоже помогу стать даймоном. До того Виктор сказал, что двигаются медленно. Тут все, кто хочет двигаться, двигается той же скоростью, как он хочет. Тут нету никаких ограничений. Тут наоборот, тут можете тормозить себя только сами. Поэтому кто хочет, тот добьется. Решайте. Абсолютно правильно. Надо решать. На самом деле, чего хотите, без компромиссов. У меня уже 8 даймонов, поэтому никто вас не останавливает. Вы сами себя останавливаете. Я жду следующий месяц, я жду 9-го даймона. Поэтому вы тоже все можете стать даймоном, только надо, как Елена Чкалова, поставьте 90 дней и скажите, я поработаю. Эти 90 дней я поработаю, вот как Женя сейчас работает. Да? Каждый день, Юра, каждый день. Каждый день Юра, и вы станете даймоном. Flaming Rank, Руби. Да. Поздравляю. Видите? Пока мы разговаривали, она стала уже Руби. О чем это говорит? Командная работа, командная. Она заложила фундамент. Фундамент. Очень важно то, что я вчера говорил у Андрея Жарику на вебинаре. Фундамент. Легче построить сильный фундамент, чем потом перестраивать, когда дом разваливается. Понимаете? Сделайте фундамент. Вот эти 90 дней сделайте фундамент. Я вам гарантирую, вы будете Руби. Я всем говорю, моим персональным. 90 дней поработай, оглянись. Самый плохой вариант у тебя будет Руби. Может быть, Эмеральд. У некоторых Даймонд.
да, как у Андриана, не важно, когда вы подписались, важно, когда вы приняли решение, понимаете? Вот как только Андрей Жариков принял решение, в течение 90 дней он стал Дамин. Как Виктор принял решение, в течение 90 дней он стал Дамин. Понимаете? Вот. Как Габриэл принял решение, в течение 90 дней он стал Дамин. Неважно, когда подписался. Можно подписаться в следующем году. Но если вы приняли решение сегодня, и 90 дней вы работаете, как минимум вы будете Руби. Приедете в Мексику бесплатно за счет компании. Познакомитесь с руководством, познакомитесь со всеми своими оплайнами, со мной поближе. Тогда не будете позволять кому-то глупости вам говорить про меня или какой-то негатив. Никогда в этом не верьте. Я вам советую, если вам кто-то негатив говорит, останавливайте и скажите, а давайте сейчас Юре позвоним. И сразу этот человек вам скажет, некоторые мои знакомые так пробовали это, и сразу человек начинал улыбаться, говорит, ну-ну-ну, я пошутил, не звони Юре, не... потому что он знает, что он неправду говорит. Вы понимаете, о чем я говорю? Короче, идите вперед, не останавливайтесь, я с вами, я на связи, кому нужно, я помогу. Желаю удачи всем. Увидимся на вебинаре. Виктор, ты хотел что-то добавить? Ну, да, хочу Женю поздравить с очередным статусом. Молодец. Даня, мы тебе сделаем ролик. Спасибо большое. Без вас этого бы не произошло, потому что ваши зумы каждодневные, они, оно как это сказать, топливо в наших моторах. Понимаете? И... потому что это топливо. Поэтому тут надо быть, и надо слушать, и надо спрашивать, и говорить спасибо. Ты помнишь, Женя, ты фотографию видела, когда я выступал в Голливуде, да? И ты говоришь, Юра, что это такое? Что это такое? Я говорю, я сам поражаюсь. Они меня всего облапали, а я говорю, что вы делаете? Что вы делаете, да? Это же весь мир будет потом фотографию смотреть. А они говорят, дай нам зарядиться, нам надо зарядиться. А два раза моложе меня, они от меня заряжались, как от батареи, знаешь. Перпетум мобили, Юра, потому что вы перпетум мобили. Мы тобой гордимся, Женя. Спасибо. Я знаю, что ты на этом не остановишься. Я тебе сказал, иди в Эмеральд, иди в Даймоны. Пришли мне хорошую фотографию, красивую фотографию. И зайди себе в бэк-офис, сделай вот этот новый имидж. И здесь поменяй. Страна должна знать своих героев. В зуме поставьте. Всем я советую. Кто стал сафиром сейчас, кто стал руби, эмеральд, ставьте новые свои имиджи, фотографии и так далее, как это Андрей Жариков делает, как Виктор делает и так далее. Вот. И пришли мне, я пошлю в компанию, чтобы тебе тоже ролик сделали, как Галина Самойленко. Окей? Окей, завтра... всем... Спасибо, всем привет. Спасибо большое. Всего всем хорошего. Привет. До свидания. Увидимся, спасибо. Андрей Жариков, на вебинаре. Еще раз тебя там поздравим. Будьте здоровы. Все. Okay? И все идите спать вовремя. 10:30, 11:00 идите спать. Хорошо. Держите здоровье. Будем стараться, доктор.